свои проблемы решил бы. Тут родителям помог бы. Я не знаю, на что вам, конкретно вам нужны деньги, потому что каждый из вас своя жизнь. Я умею делать людей богатыми. Я им рассказываю, что им надо делать, для того, чтобы добиться то же самое, что добился я. Я сам это прошел. Я вам рассказываю, что мы с Тамилой делали, чтобы выйти на свои результаты. Если вы будете делать то же самое, что делаем мы, у вас будет как минимум то же самое, что у нас. Причем, более того, вам легче, вам проще. Вам на самом деле проще, потому что перед вами есть живой пример, что это реально, что это возможно. Что есть люди не где-то там за границей, а здесь, в России, сейчас, которые добиваются этих результатов. И вам надо просто освоить наш опыт. Не придумывая Америку, не изобретая велосипед, просто повторять наш опыт. Так как вы не будете делать уже наших ошибок, мы же вас предостережем. Мы очень много дров сами наломали, пока мы дошли до этих результатов. То вы, вследствие этого, должны выйти на эти результаты гораздо быстрее, чем мы. И овладев вот этой платформой, на которой мы сейчас находимся, вы просто обязаны шагнуть дальше. Но дальше все зависит от вас. Ребята, вы знаете, как раз мы, когда приехали сюда, в Новосибирск, мы встретились с администрацией города. Ну, они привыкли. Ну, как сказать, пользу получать, да? Ну, все правильно. Они нам задали вопрос, что вы можете дать Новосибирску? Тамила, не задумываясь, ответила: рабочие места. Возможность зарабатывать деньги, никого не обманывая, никого ничего не прося. И ни от кого не завися. И не обманывая, ребята, это очень важно, не обманывая. Причем, понимаете, тут еще какая вещь интересная. Какая еще интересная вещь. Дело в том, что я офицер. Я на самом деле офицер. Значит, в октябре 1997 года я вышел на пенсию. Но я иногда говорю, что офицеры бывшими не бывают. Потому что, знаете, когда я еще служил, я пришлось там ездить на попутных, и вот, как правило, останавливали офицеры. У них какая-то ностальгия по армии. Как там сейчас в армии? Платят ли зарплату? Сколько платят зарплату? Ребята, они уже давно... Вы знаете, офицеры это умнейшие люди. На самом деле умнейшие люди, потому что, понимаете, у меня в отделе было 18 офицеров. Это люди, которые 6 лет учились чему-то, которые практически управляли людьми по всей территории России, которые отвечали за многомиллиардную технику. Как-то раз я проводил встречу, я пришел после наряда в форме еще, в камуфляже, весь мятый такой, небритый, и там один мужик сидел, он так это самое говорит, вот тут еще говорит, приехал какой-то пыльный подполковник, говорит, будет нас сейчас бизнесу учить. Если бы ты на самом деле зарабатывал большие деньги, ты бы, говорит, в армии не служил. А меня, я не знаю почему, меня как-то распрямило, я не знаю, какой-то металлический звон появился в голосе, я сказал, я не так просто в эту армию пришел, не так просто из нее уйду. И, между прочим, я горжусь тем, что я принадлежу к государственному корпусу России. Потому что военную форму носили с гордостью даже цари. И вы знаете, вот что мне больно? Что мне больно? Мне больно, на самом деле, я с удовольствием приглашаю офицеров, потому что я знаю их боль, я знаю их проблемы. И когда мне говорят, я офицер, косметика, как мне бьют, я говорю, почему здесь косметика? Слушай, парень, если вы уже 1,5 часа разговариваете, я про косметику хоть слово сказал, я расскажу, как деньги зарабатывать. Косметика – это просто товар, который нужен людям. Я тоже по этому. Я просто как-то не захлестнул, я просто вспомнил эту рожу, которую у меня сам будет хочется, эти пальцы, я ее представляю. Это, знаете, мне вот что больно. Мне больно, что вот эти вот действительно светлые головы, это на самом деле умнейшие ребята. они сейчас вообще ни во что не верят. Они на самом деле, они уже даже ничего не хотят. Они говорят, уже все ниши заняты, что-нибудь начинать поздно, все уже разобрано. Он говорит, умнейшие ребята, понимаете, они говорят, сейчас я вот выйду на пенсию, пойду куда-нибудь охранником, сутки трое, и плюс пенсии, больше не кантовать не прошу. Он говорит, а что-нибудь бесполезно начинать? Они устраиваются охранниками, они устраиваются под метатель рынки, они устраиваются в школы куда-то, там еще что-то, а стоянки охранять, а мне больно. А мне больно. И вы знаете, я не знаю, рассказывал я вот здесь в Новосибирске или нет, но во Франции, в Париже есть метро. И там очень много станций. И только на одной станции все время происходили самоубийства. Станций много, а самоубийств только на одной. И вот, вы знаете, начали изучать, почему. Долго искали и нашли. Нашли, почему были самоубийства. Потому что там на одной станции, напротив одного из туннелей, висела табличка, выхода нет. Вот так получалось, что люди приходили на эту станцию, они с начальником поссорились. Но они приходили и видели табличку, выхода нет, раз под поезд. Человек с женой поругался, приходит на эту станцию, а там табличка, выхода нет. Раз под поезд. От человека возлюбленная ушла. Он приходит, а там табличка, выхода нет, он раз под поезд. Табличку сняли, и все нормализовалось. Очевидно, в московском метро тоже кто-то слышал эту историю. Потому что сейчас на многих станциях московского метро висят плакаты, на котором изображена женщина в красном берете, сотрудник метрополитена, который стоит вот так вот лицом к зрителям, вот так вот держит палец, а там нарисован эскалатор, уходящий вверх, в белую точку. И надпись через весь плакат. Выход есть. Ребята, понимаете, что делать? В России много людей, которые могут горы свернуть. Которые готовы делать что угодно. Говорят, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Есть такие люди. Я просто утверждаю, что есть такие люди. Но они просто не видят этой точки опоры. Они не видят выхода. Все рынки разобраны, все ниши заняты. Бесполезно что-нибудь начинать. Умнейшие люди, сильнейшие люди. Сейчас мы просто были в Омске. Я говорю, ребята, вы же сибиряки. Вы же сильные. Вы же можете. Делайте что-нибудь. И вы задумайтесь, сколько людей благодаря вам может изменить свою жизнь. Идите к людям, рассказывайте. Что рассказывать? Возможность зарабатывать деньги. Честным путем, никого не обманывая, никого ничего не прося, никого не зависит. Идите к людям. Дайте им возможность. Покажите им выход. Выход есть. Дайте им... Как сказать? Так. Что же я рассказываю людям, которых я хочу пригласить в этот бизнес? Я как начинаю. Ребята, я сейчас постараюсь ответить всего на 5 вопросов. Раз, два, три, четыре, пять. Ты прям так на встречках начинаешь. Всего 5 вопросов. Интересно, как? Меня никто ничего не спрашивал, а я начинаю отвечать на вопросы. Красиво, да? Я в течение сегодняшней встречи, я так начинаю встречу. В течение сегодняшней встречи я постараюсь ответить на 5 вопросов. Первый вопрос. В чем смысл? Этого бизнеса. Второй вопрос. Откуда здесь деньги берутся? Третий вопрос. Что надо делать? Что надо делать в этом бизнесе? Четвертый вопрос. Кто вам людей, помогать. И пятый вопрос. Что у вас будет в результате проделанной работы? В результате проделанной работы. В принципе, я думаю, что каждый человек получит ответ на эти вопросы. Времени останется вопрос, участвовать в этом бизнесе или нет. Потому что люди на самом деле не понимают, что смысл этого бизнеса. Вы знаете, я уверен, что 90% из людей, которые занимаются, подписали контракт с Орифлэйм, они не понимают смысл того, чем они занимаются. Вот они даже не видят глубинного смысла за всеми этими муравейниками, который там кричит, шумит, ругается, толкается. И вот, писает. Это прошу не переводить. Вот поэтому я считаю, что на самом деле людям очень важно понять смысл того, чем мы занимаемся. Знаете, причем тут вопрос такой интересный. Значит, как-то раз мне была сказана такая фраза, когда нужно начинать любую работу? Когда нужно начинать любую работу? И там же был дан ответ, когда эта работа уже закончена. Потому что я на самом деле утверждаю, что фундамент вот этого здания начал рыться только после того, как это здание было уже построено, вот в голове, до последнего, что на голове. И вот каждый раз разговор с новичком, я пытаюсь у него в голове построить здание Орифлэйм. Последнего штангалета, чтобы потом нужно сознательно приступал к таким фундаментам и вообще к строительству этого бизнеса. Зная, чего от него ждут, что им предлагаю, чего от него, что нужно делать. Откуда здесь деньги берутся? Большинство людей на самом деле воспринимает эту ситуацию так, как будто деньги берутся прямо с воздуха. Очень важно знать, так вот откуда деньги берутся. Что надо делать? Что надо делать? Людей, естественно, интересует. А чего от меня ждут-то? Кто вам будет помогать? Кто вам будет помогать? Потому что, знаете, как люди успокаиваются, когда они понимают, что они этот бизнес будут делать не в одиночку. Оказывается, что, есть люди, которые будут им помогать. И что у вас будет в результате проделанной работы? Всем интересно. А за что? Есть ли смысл вообще пока что говорить? Вот, в принципе, и все. Как-то раз я пришел в Нальчике в офис, посмотрел, там прям на компьютере эти 5 вопросов вывели, и они прям висят. А дело в том, что когда вы будете иметь в голове, то вы уже не запутаетесь, что дальше говорить. Понимаете? Поэтому вам могут люди вопросы задавать, вы можете отвечать, но вы знаете, что вы должны им рассказать. Вы всегда можете вернуться, даже отступив в сторону, сделать отступление. Чтобы объяснить людям, в чем смысл этого бизнеса, я обычно рисую вот такую картинку. Красиво? Я обычно так объясняю. Это фирма. Это фирма, которая имеет свою продукцию. Вот это вот. Это люди, которым продукция нужна. Но дело в том, что фирма ничего не делает для того, чтобы реализовать свою продукцию. Но вот выясняется, что мало продукцию придумать, мало ее изготовить, мало ее упаковать, ее надо еще реализовать. Вот фирма ничего не делает для того, чтобы этим вопросом заниматься, потому что вот эту функцию она возложила на нас, ну вот здесь посередине. Есть фирмы, которые имеют продукцию, которая нужна людям, есть люди, которым эта продукция нужна, есть люди, которые хотят зарабатывать. Вот фирма решила вот эту задачу реализации товара переложить на наши плечи. Согласны, мы за это платим. Причем тут получается очень интересная ситуация. Дело в том, что многие люди, некоторые люди, которые сталкиваются, говорят, ой, продавать надо. А я не хочу продавать, я не буду продавать, я не люблю продавать. Я говорю, ну и глупо. Потому что вся история человечества показывает, что самые богатые люди мира всегда были кто? Купцы, торговцы, торгаши, но не продавцы. Чтобы вот пояснить это дело, я обычно рассказываю такой анекдот. Говорят так, если у мужчины лысина спереди, значит он умный. Если у мужчины лысина сзади, значит он гуляет. Если у мужчины лысина и спереди, и сзади, значит гуляет с умом. К чему это присказка? Что, оказывается, есть люди, которые торгуют, а есть люди, которые торгуют с умом. Потому что в каждом городе есть такой магазин крупный, как Рамстор. Там очень-очень много продавцов, но там только один человек, который торгует с умом. Хозяин этого Рамстора. Потому что можно просто торговать, а можно торговать с умом. Потому что можно просто реализовывать товар, а можно реализовывать с умом. Почему? Потому что, смотрите, я в каком случае буду выгоден для фирмы? Только в одном случае, если я буду ей создавать товарооборот, правильно? Я могу ей создать товарооборот на $100 за месяц. Могу? Могу. А могу создать ей товарооборот за месяц в $1 миллион. В каком случае я буду ее выгоднее? На $100 в одиночку можно сделать товарооборот, а на $1 миллион в месяц. Значит, надо использовать такие технологии. Я утверждаю, что эти технологии есть. Я утверждаю, что можно стать организатором этого бизнеса, купцом, торговцем. Я утверждаю, что есть специальные технологии, которыми вы можете овладеть. Ребята, вы знаете, ну это потом. Значит, смотрите, есть... Я утверждаю, что с самого начала хочу поставить, просто вот так вот провести границу и оставить точки над «и». Значит, я хочу с самого начала, чтобы вы поняли, что есть две принципиально различные системы организации товарооборота. Еще раз повторяю, есть две совершенно различные системы организации товарооборота. Первая из них – это классическая. Где-то там из границ какая-то фирма, потом крупный торговец перевозит через границу, потом среднеоптовый оптовик берет у этой фирмы и растаскивает по городам этой страны, потом мелкооптовый оптовик берет у этой фирмы, растаскивает по магазинам этого города. Согласны, да? Плюс реклама, плюс наценка магазина. И каждый из них в стоимость товара закладывает как минимум 30% своей прибыли. Без прибыли они работать не будут. Некоторые говорят, слишком много 30%. Я говорю, да, но почему-то крупному покупателю каждый из них 10-15% скидки дает без ущерба для себя. 30%. Так вот, самое плохое, что каждый из них свои 30% накручивает от предыдущего. У нас ребята считали, от 700 до 1000% уходит от прибыли посредников. Если что-то в заводе стоит $1, то покупали такое $10, 1000%. Альтернативы не было, долго не было. Мы приходим в магазин, мы знаем, что накручивает 30%, но мы никогда не задумываемся, сколько таких накрутчиков было до него. Классика. У кого есть возразить? И вот только в конце 40-х годов появилась альтернатива этой системе. Помните, я сказал, что есть две различные системы организации товарооборота. Появилась альтернатива, дистрибьюция. Это когда человек берет напрямую на фирме и отдает напрямую покупателю. И он за эту работу получает один раз 30% всего. Представляете, насколько сократился путь товара, насколько сократилась цена. У нас появилась возможность более качественные вещи продавать по более доступным ценам. Вот так работали люди, вот, которые Зингер продавали. Они брали на фирме и продавали напрямую. Брали на фирме, продавали напрямую. Идея понятна, да? Но дело в том, что когда человек один, он в принципе фирме не очень выгоден. Всего две руки, всего две ноги, всего 24 часа в сутках. Но когда вот таких людей становится много, когда вот таких людей становится на самом деле много, то вот за эту организационную работу по созданию вот этой вот сети распространителей фирма тоже согласна платить деньги. Всем видно? Вот фирма Орифлэйм вот за эту организационную работу по созданию этой сети согласна доплачивать еще до 28% от стоимости товара. Причем каждый из нас берет товар напрямую на фирме и отдает напрямую покупателю. Каждый раз получает за это 30%. Каждый из нас берет товар напрямую на фирме и отдает напрямую покупателю. То есть каждый раз это получает 30%. Причем все мы берем товар по одной и той же цене. Константа, константа, константа. всем нам документы фирмы, подготовил под 30% нашей прибыли. Фирма просто ведет учет деятельности каждого из нас, и от создавшихся групповых товарооборотов нам фирма, чтобы нас стимулировала на эту организационную работу, выплачивает до 28% от стоимости товара. Причем эти деньги уже заложены в стоимость товара. Эти деньги не из воздуха берутся, эти деньги все равно уходили бы на прибыль посредников. Но так как мы с вами здесь единственные посредники, то эти деньги отдают нам. Почему это делается? Почему это делается? Потому что один человек никогда не продаст столько, сколько продадут 10 человек. Чем больше людей, тем больше товарооборот. Фирме это выгодно. Поэтому у нас за эту работу будут благодарить. Фирму согласна стимулировать. Красиво? Так, пока все совпадает, пока все бьет. Совсем согласны? Ребят, да? Пока сходится все, нет? Сходится? Сходится? Где здесь что? Где здесь 10 человек, да? Это не вопрос. Значит, ребят, вот если бы это было все так просто, ну, просто вот так, может быть, я этим не занимался. Потому что вот здесь, именно вот здесь, появляется очень интересная грань в этом бизнесе, которую мы с Тамилой используем в своем бизнесе, которую мы несем людям, когда показываем, что выход есть. Потому что, вот сейчас постарайтесь почувствовать то, что сейчас я скажу. Следующая фраза, наверное, является определяющей. Именно вот здесь появляется очень интересная грань. Дело в том, что вот эти люди, которых может быть на самом деле очень много, когда эти люди покупают что-то на самом деле для себя, то каждый из них покупает это все автоматически на... Логично? И в этом бизнесе появляется такое направление работы, как построение организации людей, каждый из которых хотя бы для себя, когда что-то покупает, покупает автоматически на 30% дешевле. И появляется здесь возможность сделать свой бизнес вот на этих 28% за организационную сторону. Работы в этом бизнесе. Почему? Потому что один человек никогда не продаст столько, сколько продают 10 человек, но 10 человек никогда не продадут столько, сколько сами для себя купят 1000 человек. 1000 человек одному шампуню — это 1000 шампуней, сам столько никогда не продашь. 1000 человек по одной помаде — это 1000 помад, сам столько никогда не продашь. 1000 человек по одной программе для ног, программе для рук, программе для тела, для лица, для волос, для ногтей. И 7-30% дешевле. Вы еще представляете, каких товарооборотов идет речь? Ни с одного человека мы деньги не собираем. Каждому человеку предоставляем возможность товар дешевле покупать. Хорошо, по-другому. По-другому расскажу. Значит так, сколько стоит нормальный шампунь, которым не стыдно мыться? 100 рублей. 100 рублей. Согласны? 100 рублей. За 100 рублей нормальный шампунь? Так, 100 рублей это $3, да? Грубо. Так, как участники этой системы, мы покупаем автоматически 30% дешевле. За $2. 30% это третья часть. Логично? За $2. Значит, 1000 человек по одному шампуню. И всем выгодно, все за $2 покупают. Это $2000. Вот фирму интересует $2000. Чтобы получить свои $2000, она согласна выплатить до 28% от этих денег. Кто может быстро взять 28% от $2000? 560 долларов. То есть, оказывается, наша организационная работа фирме очень выгодна. И за эту работу они согласны платить деньги. Идея понятна? Я думаю, что каждый из нас понимает, что если у каждого из нас будет организация по 1000 человек, то у каждого из нас пойдет речь о хорошей зарплате. Есть возражения? А? Даже у компьютера? Да. Yes. Только где взять эту 1000? Потому что, как правило, люди говорят: а у меня нет столько знакомых. У меня всего 3 знакомых, все 3 коллеги, и все 3 не боятся. Более того, есть люди, которые эту задачу решают, пытаются решить в лоб. Им дали задание 1000 человек. Построить организацию 1000 человек. Они начинают решать в лоб. Наши всех в школе учили решать задачи разными способами, да? Одним способом решил, ну попробуй вторым, а ну попробуй третьим. Они в лоб ее решают. Где люди? Они получили задание 1000 человек. Где люди? На улице. Она выходит на улицу, начинает руководить людей, листовки разбрасывать, лапшу клеить, объявления давать. Я утверждаю, что так работают дилетанты. Я утверждаю, что так работают люди, которые не понимают смысла этого бизнеса. Я утверждаю, что так работают люди, которые не читали книг по этому бизнесу. Потому что, оказывается, этот бизнес существует уже очень давно. С конца 40-х годов. Очень многие люди уже набили свои шишки. Очень многие люди уже написали книги, как этот бизнес делается, как его нельзя делать, как ни в коем случае нельзя. Много-много книг написано на эту тему. Там уже даны, рекомендации, как кратчайшим путем прийти к этому результату. Как кратчайшим путем прийти к этому результату. Я утверждаю, что каждый из нас может построить организацию в 1000 человек, не раскидывая листовок, не давая объявлений, не хватая людей с рукава на улице. Показать, как это делается? Как рекомендуют это делать теория? Как рекомендуют это люди делать, которые уже здесь набили свои шишки? Которые написали книги. Кого интересует, как это можно сделать по-другому? Итак, вот здесь я рисую, что я хочу получить, чтобы не забыть. Хочу получить организацию 1000 человек. Сейчас я буду показывать, как рекомендует это делать теория. Потому что, на самом деле, с конца 40-х годов, на самом деле, этот бизнес превратился в науку. Здесь есть свои критерии, здесь есть свои теории, здесь есть свои доказательства. Знаете, когда мы идем работать врачом, юристом, дантистом, у нас даже сомнений, что надо чему-то 6 лет учиться. А здесь мы приходим совершенно незнакомый нам область бизнеса и пытаемся с нуля, без малейших попыток чему-то научиться, добиться каких-то результатов, потом удивляясь, почему у нас этих результатов нет. Так не бывает, учиться надо. Учить только тех, у кого получается. Итак, теория этого бизнеса говорит: ребята, если вы пришли в этот бизнес, если вы хотите быть в нем устойчивым, то вы на 3 поколения должны научить людей делать то же самое, что умеете сами. Непонятная фраза, правда? Сейчас может по-другому ее объяснить. Ребята, знаете, я знаю, что я хочу получить. Я хочу получить 1000 человек, но я пока не буду говорить про 1000 человек. Вот скажите мне, пожалуйста, реально в этот бизнес пригласить не надо 1000, 2, всего 2 человека, реально? Двух человек, которые хотя бы себя что-то будут покупать, автоматически на 30% дешевле. Реально? Скажите, пожалуйста, если я это сделал, могу я их научить делать то, что я сам уже сделал? Могу я их научить пригласить ихних 2 знакомых? Вот теория этого бизнеса говорит: ребята, если вы пришли в этот бизнес, если вы хотите быть в нем устойчивы, то вы на 3 поколения, вы, значит, я, это значит я. Это значит я должен научить людей делать то же самое, что умеете сами. Вы 2 и их научите делать то же самое, что умеете сами. И вот выясняется, что это работа. Выясняется, что это работа. Встречаться с людьми, объяснять им, отвечать на вопросы, помогать им. Это работа. Любая работа должна быть оплачена. Иначе я просто делать не буду. И вот фирма Орифлэйм, конкретно фирма Орифлэйм, чтобы нас заинтересовать эту работу делать, она нам предлагает с товарооборота лидеров 1-го поколения выплачивать нам 4% от всех денег, которые они перевели на фирму. С товарооборота лидеров 2-го поколения фирма Орифлэйм нам выплачивает 1% от всех денег, которые перевели на фирму. Этим ребятам фирма выплачивает 4% всех, кого они пригласили, и 1% всех, кого они помогли им пригласить. Этим ребятам фирма выплачивает 4% всех, кого они пригласили, и 1% всех, кого они помогли им пригласить. И так на всю глубину. Если человек пришел, я живу здесь, он получает 4%, он сам пригласил, 1%. Каждый из нас находится в абсолютно одинаковых условиях. Каждый из нас стоит на вершине своей пирамиды. Каждый из нас получает деньги за свою работу. Прозвучало слово пирамида. Знаете, ребят, я никогда не отрицаю, что это пирамида. Ну, просто каждый раз я говорю, что а ведь слово пирамида – это не ругательное слово. Любая иерархическая структура принимает пирамидальный вид. Возьмите Министерство обороны, государство, армию, завод, семью. Просто разные пирамиды бывают. Бывают административные, Министерство обороны, государство. Деньги на поддержание пирамиды дают государство. Бывают товарные, потому что Министерство торговли тоже пирамида. Министерство, главки, торги, универмаги, старшие продавцы, младшие продавцы и так далее. Но деньги на поддержание пирамиды заложены в стоимость товара. Это товарная пирамида. Потому что есть еще третья категория пирамид. Финансовые пирамиды. Там, где деньги перекладываются из кармана в карман. Где платят за количество приглашенных людей. Которые во всем мире запрещены. Потому что система очень быстро входит в изучение. И последним не с кого собирать деньги. А здесь мы ни с кого деньги не собираем. Просто каждому человеку предоставляем товар, возможность покупать дешевле. Как дистрибьютор. Помните? Если вся моя команда, я просто зарегистрировал, например, там 300 человек, ни один ничего не купил, мне заплатят 4% от нуля. Тебе понятно? Мне не платят за количество подписанных людей. Мне платят процент от товарооборота. Деньги, которые мне выплачивают, они заложены в товаре. За продвижение товара. Где тут $1 000 000 я писал? Жестер. Ну, так не досмотришь, уже сожрутся. Идея понятна? Казалось бы, все просто. Казалось бы. Но посмотрите, как интересно получилось. Я пришел сюда один, я пригласил всего 2 человек. Каждого из них я научил просить по 2 человека, 4. Каждого из них я научил просить по 2 человека, 8. Каждого из них я научил просить по 2 человека, 16. А теперь посмотрите, как интересно получилось. Я пришел сюда один, я пригласил всего 2 человек, а получил команду больше 30. Можете посчитать. Чего я это говорю? Что оказывается, для того, чтобы получить команду 30 человек, совсем не обязательно со всеми 30 быть знакомым. Помните, как у нас основное препятствие было? А у меня нет столько знакомых, оказывается, не надо. Надо просто применить хорошо известные технологии. Я пригласил всего 2 человека, получил команду больше 30. Совсем другим способом я решил то, что меня, задачу, которая меня интересовала. А если я приглашу не 2 человека, а 3, и каждый из них научу пригласить по 3 человека? 3, каждый по 3, 9, каждый по 3, 27, каждый по 3, 81. Ребята, как вам нравится разница? А разница всего-навсего. Одного человека больше. Некоторые говорят, ну это же геометрическая прогрессия. Я говорю, во-первых, не геометрическая. Одна из каких-то математических прогрессий. Ну, первая реакция у всех новичков – это геометрическая прогрессия. Я говорю, ребят, не будем спорить, какая это из арифметических прогрессий. А во-вторых, говорю, вы что, говорю, только сейчас увидели, да? Потому что, обратите внимание, я говорю, я никого не обманул, я из рукавов ничего не выдерну. Просто я знаю, что я хочу получить, и для того, чтобы получить то, что я хочу, я применяю хорошо известный математический закон. Я иду кратчайшим путем, потому что меня интересует. А меня интересует. Можно посчитать людей для 4 человек, можно для 5. Вот мне про 5 очень нравится. Я не буду рассказывать про 6 человек. Я даже знаю почему. Потому что, оказывается, есть другой закон. Другая теория. Теория управления. Которая говорит, что больше, чем 5 человек одновременно управлять нельзя. А оказывается, и не надо. Невозможно держать под контролем больше, чем 5 человек одновременно. Помните, разведчики уходили вдаль тройками, пятерками, геологи уходили пятерками. Почему? Потому что это оптимальное число для управления людьми. Невозможно держать большее количество людей под контролем одновременно. Оказывается, больше не надо. Потому что, смотрите, какая интересная вещь. Я пришел сюда один, я пригласил всего 5 человек своих знакомых, а 5 человек знакомых у меня, например, есть. У кого есть 5 человек знакомых? Не понял. У кого есть 5 человек знакомых? Понял. Ну, значит, мне как больше просто. Я пригласил всего 5 человек своих знакомых. А 5 человек знакомых у меня есть. У каждого из них есть свои 5 человек знакомых. А я, именно я, помогу их заинтересовать. У каждого из них есть свои 5 человек знакомых. А я, именно я, помогу их заинтересовать. У каждого из них есть свои 5 человек знакомых. А я, именно я, помогу их заинтересовать. Это моя работа, я себе такую работу выбрал. Мне потом за это будут платить. И смотри, какая интересная вещь получилась. Я пришел сюда один, я пригласил всего 5 человек своих знакомых, а получил команду. Фиг сосчитаешь. Давайте вместе посчитаем, потихонечку, чтобы не спешать. Значит, ребята, еще у меня такая просьба. Те люди, которые слушают это все не первый раз, мне просьбу не подсказывать, потому что я считать умею даже лучше, чем вы, потому что я уже это 5 лет говорю, хорошо? Потому что когда я вот вещи рисую, и когда я спрашиваю, сколько получится, я хочу, чтобы новички осознали, о чем идет речь. Чтобы у них жетон провалился. Ребята, это не обидно. Это не обидно, потому что вот, когда я сейчас делаю вывод из этой ситуации, многие люди говорят, нифига. Вот они только тогда понимали, о чем будет речь. Смотрите им внимательно. Значит так, 625 и 125. Сколько будет? Новички? 750. Плюс еще 30. 780 людей. А вы помните, что я хотел получить? Совсем другим способом я получил то, что я хотел. Ну, я даже не буду рассказывать, сколько там будет на следующем поколении, да? Я просто считаю свою работу. Я работаю на 3 поколениях, согласно теории. В результате моей работы на 3 поколениях у нас появляется 4-е поколение. Это моя работа. 780 человек, и все моются. И все хотят быть красивыми, и все хотят быть чистыми, и все хотят, чтобы от них хорошо пахло. Если научный человек, деньги не собираю. Просто каждый из них покупает эту продукцию дешевле, как дистрибьютор. Знаете, в принципе, этот бизнес так задумался, как бизнес для потребителей. Люди сами пользуются на 30% дешевле, им нравится, они рекомендуют своим друзьям, те пользуются на 30% дешевле, им нравится, они рекомендуют своим друзьям. И бизнес пошел работать. Ну, в принципе, так называется в теории. Бизнес для потребителей, бизнес рекомендаций, бизнес для домохозяйки. Потому что, оказывается, для того, чтобы заниматься этим бизнесом, совсем не обязательно бросать все. Потому что бизнес делается по вечерам, по свободному работе время. По вечерам и выходным мы встречаемся с нашими друзьями. На следующие вечера и выходные мы встречаемся с друзьями наших друзей, потом друзьями друзей наших друзей, и бизнес пошел работать. Бизнес для домохозяек. Люди занимаются хозяйством, попутно делают бизнес. Серьезные люди, которые привыкли мыслить категориями эшелонов. 5 эшелонов туда, 7 эшелонов оттуда. Вот это бизнес. Вагон загнал, это круто. А здесь говорит, ну на чем какая-то? Ну, купит один каждый для себя, каждый бы немножко, каждый бы чуть-чуть, там, $100. Ну, здесь деньги большие зарыты. Они так говорили, здесь денег больших нет. И вот так в теории прозвали $100 бизнес. Толчок американский. Ну, там, и теория там создалась. И название у него там было $100 бизнес. Золочевка. Я говорю, да? Золочевка. А давайте посмотрим с вами, что будет, если каждый из этих людей сделает закупку на какие-то $100. Через нашу организацию прокатился товарооборот. Кто умеет быстро считать? 78 000 вольт? А мне там что-то обещали вернуть? Кто может быстро уметь за 4% от 78 000 долларов? 3120. Достаточно вам будет вместе для начала зарабатывать. Я не оговорился. Именно для начала. Потому что когда мы свою 5-ку научили на 3 поколения делать то же самое, что умеем сами, после этого мы берем следующую 5-ку. А потом следующую 5-ку, а потом следующую 5-ку. Здесь в принципе нет ограничений в заработках. От любых товарооборотов, которые появятся благодаря вашей деятельности, фирма вам выставит четко оговоренные проценты, потому что заложена стоимость товара. Деньги уже заложены в стоимость товара на ваше вознаграждение. Когда фирма нам выплачивает, она на себя ничего не отрывает, в деньги уже заложена стоимость товара. Каждую баночку покупаем, а там уже 5% заложено поддержание. 4,1, 4,1, 1,4, 4,1, 1,4. Каждая баночка. Кстати, обратите внимание, я пока ни слова не говорил про продажи. Вот удивительно, никто ничего не продает, а деньги есть. Смотрите, никто ничего не продает, а деньги есть, и зарплата есть. Обычно люди говорят, что это же неправда. Кто-то должен продавать, значит, откуда деньги возьмутся? Я говорю, ребята, а почему вы не считаете, что мы, каждый из нас, каждый, пускай на 30% дешевле, но приносит на фирму свои денежки, и фирма получает то, что ее интересует. Потому что оказывается, что само построение этой организации уже является способом распространения товара. Еще раз. Доктор. Потому что выясняется, что само построение этой организации уже является способом распространения товара. Потому что элегантным движением руки этот бизнес из бизнеса продаж превратился в бизнес построения организации, в бизнес общения, в бизнес обучения. Потому что, оказывается, нам здесь деньги платят не за то, что мы продаем продукты, а за то, что мы организовываем вот этот вот товарооборот, который интересует фирму. В чем смысл этого бизнеса? Создание товарооборота. Как количество людей? Откуда здесь деньги берутся? Эти деньги все равно ходили на прибыль посредников. Так как мы с вами здесь единственный посредник, деньги отдаются нам. Что надо делать? Организацию строить, ребят. Не надо изобретать Америку, не надо придумывать велосипед. Надо просто хорошо отработать систему, которая в этом бизнесе уже рассказана, объяснена, опробована, доказала свое действие. Надо просто ее отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать. Как это делается? Кто вам будет помогать? А тот, кто вас пригласил в этот бизнес. Потому что, смотрите, как интересно. Когда я приглашаю людей в этот бизнес, я им каждый раз говорю, ребята, понравилось то, что вы слышали? Кстати, понравилось то, что вы слышали? Ну, понравилось. А вам? Оцениваю. Когда я приглашаю людей в этот бизнес, я им каждый раз спрашиваю, понравилось то, что вы сейчас слышали? Понравилось. Есть смысл попробовать? Есть смысл попробовать. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас не получится так, как у меня. Согласны? Согласны? Давайте сразу с вами договоримся, что вы им даже рассказывать ничего не будете. Что вы их просто соберете, я приеду и проведу встречу, а вы просто сидите рядом и смотрите, как это вы должны делать. Даже им слова «Орифлэйм» не говорите. Потому что я могу даже объяснить, почему. Не потому, что я боюсь названия своей фирмы, но просто как только вы скажете своим друзьям слово «Орифлэйм», он скажет, а, «Орифлэйм». У меня тут уже был в «Орифлэйме», это тоже ничего не заработал, я не пойму. Вы скажете только слово «Орифлэйм» и скажете, а, так я уже все знаю, надо с сумкой выходить. Продавать. Вы ему только скажете слово «Орифлэйм», он скажет, а, так это я знаю, это надо людей с рукава на улице дергать. Представляете, они уже все знают. Если вы хотите все узнать об Орифлэйме, спросите 90-летнюю бабушку, которая сидит около подъезда. Она вам все объяснит. Обычно люди говорят, а мне посоветовать надо, мне подумать надо. Я говорю, что вам подумать? С кем посоветоваться? Со мной советуйся. Я здесь специалист. Один раз у нас просто, в Москве 3 академика, действующих академиков. С одним мне было очень тяжело разговаривать. Я ему начинаю фразу, он из меня заканчивает, он все знает, он умный, он академик. Я одно слово, у меня 10. Я ему еще одно слово, у меня опять 10. Я мучился, но я ему сказал, знаете, я знаю, что вы академик. Я вас за это очень уважаю, потому что я знаю, что таких званий просто так не давали. И сейчас не дают. Но поймите вы одно, вы академик в своей области, а в этой области академик я. Thank you. если ты все знаешь, что ты такой бедный? Обычно так говорят, Володя, я ничего нового не узнал. Я говорю, да? Если такой умный, что такой бедный на самом деле? Итак, понравилось, понравилось. Есть смысл попробовать? Есть смысл попробовать. Давай сразу с тобой сразу говорим, что первая встреча с твоими друзьями у тебя не получится, как у меня. Твоя задача просто пригласить своих друзей, я буду проводить встречу, просто сиди и учись, как это ты должен делать. Лучшая форма приглашения – это просто есть тема для разговора. Пригласите своих друзей на встречу с вашим спонсором. Лучшая форма для приглашения – приходи на чашку чая. Это же ваши друзья. Лучшая форма для приглашения – на встречу с интересным человеком. Лучшая форма для приглашения – это вот есть такой мультфильм «Не знаю, как на Луне». Там есть такой персонаж Тропышка. Вот такой шляп. Там есть такой гадок, где он подбегает к дому и кричит: «Ребята!» Все раз вот нарисуется. Он: «Ребята!» Говорит, там такое, и исчез. И шляпку займешь. Здесь он хоть полслова сказал, что он такой, и никто бы с места не сдвинулся. А так весь дом вышел за ним. Пусть ваши способы. Ребята, понимаете, вот самая лучшая форма работы в этом бизнесе – это пригласить своих знакомых, натравить их на вашего спонсора, и пусть он выкручивается, пусть он убивается. А вы просто сидите рядом и наблюдаете, как он делает их вашими дистрибьюторами. Просто сидите и мотайте на ус. Что он им говорит? Какие вопросы они ему задают? Как он на них отвечает? Потому что потом же уедет, ребята, я спрашиваю, ребят, понравилось то, что вы слышали? Понравилось. Есть смысл попробовать? Есть смысл попробовать. Давайте сразу договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас не получится, так как у меня. Ваша задача просто пригласить своих знакомых, я проведу эту встречу, а вы просто сидите рядом и смотрите, как это вы должны делать. Ты, кстати, второй раз уже посиди, послушай. Потому что потом уже у них я спрашиваю, ребят, понравилось, понравилось. Есть смысл попробовать? Есть смысл попробовать. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас не получится, так как у меня. Ваша задача просто собрать своих знакомых. Я буду проводить встречу, а вы просто сидите рядом и смотрите, как это вы должны делать. Ты, кстати, второй раз уже посиди, а ты уже третий раз посиди. Потом, знаете, что я сделаю? Я вот им скажу. Понравилось то, что вы слышали? Нет, понравилось. Есть смысл попробовать? Говорит, есть смысл попробовать. Давайте сразу с вами договоримся, что первая встреча с вашими знакомыми у вас не получится так, как у него. Потому что ему мы скажем, сколько раз ты слышал уже, дружище? Раз, два, три, четыре. Ну попробуй сам. И не волнуйся, я здесь рядом в скобочках буду сидеть. И молчать, стараться молчать. Потому что очень тяжело молчать, так как тебе лень. Потому что когда человек делает что-нибудь первый раз, это целая песня. Про что-то 5 раз подряд одно и то же расскажешь, про что-то вообще забудет рассказать. Зубы спотыкаются, язык заплетается. Но когда этот же человек делает это второй раз, уже легче. На 10 от зубов отскакивает, на 1000 свободного владения материалом. Ребята, мы предлагаем людям обучение. Обучение на практике, обучение на действии. Может 1000 раз рассказывать, лучше 1 раз показать. Приводи своих знакомых, я тебе покажу, как это надо делать. Ребята, приводите своих знакомых, я вам покажу, как это делать. Задача новичков просто натравливать своих знакомых на вашего спонсора. И пусть он выкручивается, как уж на сковородке. И пусть он делает их вашим дистрибьютором, а вы просто сидите и наблюдаете. Потому что когда вы слушаете это первый раз, вы схватываете просто общую картину. Общую картину. Вы нифига не сможете ее повторить. Ребята, ну, клянусь, честно слово, можете прямо прийти сегодня, потом его пробовать. Сказать жене, мужу, собаке. Потому что если вы будете рассказывать интересно, надо будет слушать. Если неинтересно, то она так вот зевнет и уйдет. Отвернется и уйдет. Это для вас признак, что вы рассказываете неинтересно. А если вы будете рассказывать интересно, то не только собака не уйдет, и люди не уйдут. Попробуйте, тренируйте. Опа. Опа. Когда человек слушает первый раз, он схватывает общую картину. Когда он слушает второй раз, он уже начинает у себя по полочкам раскладывать все. Третий раз он слушает, он себя, сам себя проверяет. А, так вот как ты отсюда сюда перешел. А, так вот ты как ты сделал этот вывод. Когда человек слушает 4-й раз, он, сволочь, меня проверяет. Володя, ты в прошлый раз не так говорил. Значит, знаешь, что надо говорить? А ну, уходи сюда к доске. Попробуй сам. Так оно и делает, ребята. Так оно и делает. Общая картина, по полочкам, сам себя проверяет, меня проверяет, пробует сам. А я посмотрел, знаешь, говорю, я рядом уже сижу, говорю, тебе кое-что надо изменить. Чтобы тебе показать, я еще сейчас 2000 проведу. Еще раз попробуй. Все правильно у тебя получается, продолжай. А я пошел искать следующего человека. А потом еще следующего. Обучение. Показать дорогу. Показать методику. Не делать из людей раненых комиссаров. Не тащить их всю жизнь на хребте. Делай сам. Знаете, какая разница между комиссаром и замполитом? Комиссары говорили, делай, как я. А замполит говорит, делай, как я сказал. Говорит, делай, как я. На самом деле, ребят, я стараюсь не делать из людей раненых комиссаров, когда я тащить тяжелые пистолеты, жалко. Лед показывает. Действие человека показывает. Нужно ему или не нужно? Нужна ему моя помощь ему или не надо? В чем смысл этого бизнеса? Понятно. Откуда здесь деньги берутся? Понятно. Что надо делать? Ясно. Кто вам будет помогать? Тоже. Что у вас будет в результате проделанной работы? Ребят, на все вопросы я ответил, нет? Ну как вот получить такую информацию уже можно приступать? К работе. С мыслением? С мыслением. Ребята, знаете, когда человек не принимает решение сразу, то это значит, что он какие-то свои вопросы не получил ответы. Но что вам еще хотелось услышать? Про то, что я сейчас рассказывал, чтобы принять решение сразу. Людей жалко. Каких? Инстаграм. Ну скажите. Времени. Времени жалко. Конечно, этих людей. Я же говорю о людях. О людях, которые... Ну что, вопрос решает. Ну я так думаю, что... Нет, он просто узнает, какие вопросы хочет задать. Потому что это еще зависит от того, что... какую цель человек преследует. Знаете, если он преследует цель публикироваться, там... Знаете, мне как-то раз... Кто не знает, что такая Тамила Полежаева? Извините, пожалуйста. Не знаете? Знаете? Почему? Знаете, да? Как-то раз на одном из банкетов ко мне подошел один человек и начал задавать вопросы. А я ему отвечаю. Причем я это воспринимаю как вопрос, потому что он меня что-то спросил, я ему ответил. Он мне продолжение вопроса опять задает что-то такое, я ему опять отвечаю. Вот. А потом, значит, когда меня уже там позвали, он говорит, Владимир, спасибо огромное, мне очень понравилось с вами спорить. Я говорю, ребята, зачем со мной спорить? Зачем со мной спорить? Ведь наши результаты показывают, что со мной спорить не надо. Понимаете? Ведь каждый человек, конечно, имеет свою точку зрения. И самое интересное, что он имеет право на эту точку зрения. Потому что вся его предыдущая жизнь, весь его опыт привели его к такому пониманию ситуации, к такой жизни. Вот. Но я каждый раз говорю, ребята, ваша точка зрения приводит вас к тому, что вы имеете. Моя точка зрения приводит к тому, что мы имеем. Вы хотите моей точки зрения научиться, или вы хотите меня научить вашей точке зрения? Вы хотите научить меня не зарабатывать деньги? Ребята, не надо со мной спорить. Потому что вот эта идея работает. Потому что эта идея, вот по этой теории работаем мы. По этой системе работают люди, которые нам поверили. Которые сейчас стали директорами, которые сейчас стали сапфировым директорами, которые сейчас будут бриллиантовыми директорами. Причем много людей. Много людей. Потому что вопрос не стоит, работает эта идея или не работает. Она работает. Вопрос не стоит, можно это сделать или нельзя, потому что есть люди, которые это уже сделали. Вопрос стоит только в одном разрезе. Кто это сделает? Вы или другие? Вы или другие? Причем я не просто это рассказал, я вам предлагаю свою помощь, я вам предлагаю свое содействие. Это я буду работать с вашими людьми. Это я вам буду показывать не один раз, как это делать. Я сюда еще буду приезжать. Мы уже приезжали, еще опять приезжаем и будем приезжать. Мы будем с вами делиться своими знаниями, своим опытом, своими разработками, своими находками, своими новинками. Будем долго вас сопровождать. Всю жизнь, до самого гроба. Я не говорю, что Володя говорит, да всю жизнь обещал, до самого гроба. Я говорю, правильно, до гроба, но не после него. Потому что некоторые люди при жизни уже мертвы. Клянусь честно слово. Ребят, я готов к Магатуне, которого глаза горят. Я готов к Магатуне, которого на самом деле хотят. Когда мы приехали в Алма-Ату, у нас там было хорошее знакомство. Там парень покупает завод стиральных порошков. А мы не без головы, чтобы ехать в незнакомое место без контактов. Мы просили контакта, там ему прозвонились. Вот, и он нас принял, хорошо принял, в ресторане принял. Но он бизнесмен. Нам мозга гостей бизнесмен. После того, как мы посидели, он нам задает вопрос в лоб. Ребят, чего от меня хотите? Мне позвонили, чтобы я вам помог. Чего вам нужно от меня? Мы ему говорим, нам нужны активные люди этого города. Он говорит, а что вы называете словом активные люди? Я говорю, это люди, которые недовольны тем, как они живут. Это люди, которые считают, что они достойны большего. Это люди, которые для этого готовы что-то делать. Он говорит, есть такие люди. Что вы будете рассказывать? Как вы сами понимаете, у нас с этим никаких проблем нет. Когда мы все рассказали, его реакция была, конечно, неадекватная. Потому что, когда он все это дело схватил, он говорит, где подпись надо ставить? Я говорю, какую подпись? Он говорит, ну ты же сказал, что контракт надо заключать. Я говорю, а тебе-то это зачем? Он говорит, во-первых, я бизнесмен. Я вижу, что есть возможность ничего не вкладывать. Регистрация, регистрация стоит 149 рублей. И при этом зарабатывать большие деньги. Почему эти деньги должны проходить мимо меня? Это во-первых. А во-вторых, у меня много родственников. Пускай деньги зарабатывают, хотя бы у меня просить не будут. Ребята, эта идея работает. Если у вас что-то не получается на каком-то этапе, это не значит, что эта идея не работает. Значит, что вы что-то неправильно делаете. Как сделать правильно? Надо просто посмотреть, как это делают люди, у которых это получается, и повторить. И повторить то, что делают они. Потому что, как я сказал, вопрос не стоит, можно это сделать или нельзя. Вопрос стоит только, кто это делает, вы или вам. И клянусь, честное слово, я все равно найду людей, которым это надо. Вы знаете, вот интересная вещь. Интересная вещь. Как-то раз читаю книгу, когда написано, на кого мы работаем в этом бизнесе. Там дано 4 ответа. Там разбирается 4 ответа. Говорят, на кого мы работаем в этом бизнесе? На фирму? Да ничего подобного, ребята. С нами или без нас фирмы все равно будут продолжать свою работу. Если даже Тамила Полежаева перестанет работать фирма Орифлэйм, Орифлэйм все равно не становится, он будет все равно продолжать свою работу. На кого мы работаем? На спонсора? Нет, ребята. Потому что с вами или без вас спонсоры все равно не прекратят свою работу. Они этот бизнес умеют делать, они будут продолжать делать. С вами или без вас, так лучше с вами. На себя мы работаем в этом бизнесе? Нет, ребята, мы работаем в этом бизнесе не на себя. Мы работаем в этом бизнесе на тех людей, которые нам поверили, которые за нами пошли. Мы работаем на людей. Пока потому что мы не выведем их на результаты, нам денег платить не будут. Мы идем к своим деньгам через их деньги. Он зарабатывает 1000 рублей, ты платишь 4% от 1000 рублей. Я зарабатываю $1000, ты платишь те же самые 4%. Он зарабатывает $10 000, я платю те же самые 4%. Бизнес, в котором выгодно помогать. Бизнес, в котором выгодно, когда люди зарабатывают много. Потому что чем больше они зарабатывают, тем больше зарабатываю я. Найдите мне такой другой бизнес, чтобы ваш начальник вам говорил, я хочу, чтобы каждый месяц зарабатывал все больше и больше, и чтобы вашему начальнику это было выгодно. Бизнес, в котором любовь к людям из категории нравственной переходит в категорию экономическую. Помоги ближнему своему, тебе это вернется. Бездействие – это грех. встань и иди. Ничего не понимает. Не убей, не укради, не обмани, не возжелай. Ничего не напоминает? Честный бизнес, благородный бизнес и благодарный бизнес. Никого не обманываем, ни с одного человека деньги не собираем. Зарабатываем сами и делимся этой возможностью с окружающими. За что же фирма «Орифлэйм» платит деньги? Разберем? Мама. Осталось 20 минут. Интересно, нет? За что же фирма «Орифлэйм» платит деньги? Где будем рисовать? Кто подскажет? А там уже деньги. Впереди. Как раз то, что я хотел нарисовать. Да что же пирожное? Слушай, еще раз. Пирамиду. Здесь, да? Нет, вот туда. Все виды будут здесь. Это, знаете, вот я, честно говоря, тут жалко стирать. А вы ее напишите, как вы сказали. Там рядом, не 2-3. А, я же, знаете, что я с ней рисовал еще? Я же чувствую, что я рано ее стираю. Потому что, ребят, понимаете, в чем дело? Ну, помните, да? Что там было? 1, 5, 25, 125, 625, да? Значит, здесь вот 78 тысяч. Ну, я здесь по памяти уже рисую. Вот, но, ребят, понимаете, вот что мне нравится в этом бизнесе? Что на самом деле в этом бизнесе нету белой кости и черной кости. Что на самом деле в этом бизнесе, этот бизнес работает за них организаторов. Знаете, мне очень много людей уже были, просто высказывали слова благодарности за то, что, если бы в этом бизнесе нужно было только продавать, я бы никогда в этом бизнесе не остался. Но я прекрасный организатор, говорит. Вот то, что я сумел здесь себя реализовать, мне это очень нравится. Мне это очень нравится. Но дело в том, что фирма, которая все это придумала, я рассказала, ребята, все это здорово, все это, конечно, интересно. Конечно, это смысл этого бизнеса, конечно, это идея этого бизнеса. Ну, давайте пропустим. Итак, итак, итак. Возвращаемся к нашим быкам. Значит, еще раз. Вот то, что я сейчас рассказал, работает? Новички, работает? Работает? Пожалуйста, пожалуйста. Это, знаете, на самом деле это очень интересный, честный, благородный бизнес, потому что я сталкивался как в литературе, что бизнес стали очень добрый. И вот если попадают в бизнес инвалиды, то как бы группа, вся группа берет под особую опеку, под особое внимание людей, которые чем-то вот... Это они помогают. Вот просто в Омске там есть одна женщина, которая просто сидит на коляске, она вообще без ног. И люди, вот, каждый человек практически пытается чем-то помочь. Как-то облегчить ее судьбу, как-то вот просто заказы помочь выполнить, там еще что-то. Да, просто клиентов своих передают, когда уезжает куда-то, еще там что-то. Вот, ну, всеми методами. Проводит встречи, помогает. То есть здесь как бы проявляется человечность людей. Сущность людей. Причем на самом деле настолько прозрачно, настолько вот сразу говорят, так, хочешь проверить человека, дай ему власть или деньги. Так вот в этом бизнесе и власть, и деньги. В этом бизнесе настолько сразу люди становятся прозрачными. Потому что, понимаете, в этом бизнесе люди просто никак бы притягиваются однополярные люди. Если человек добрый, если вам человек нравится, вы найдете все слова, чтобы с ним еще раз встретиться. Если вам человек не нравится, вы найдете все слова, чтобы больше с ним не встречаться никак. Понимаете, в этом бизнесе вы приобретаете себе совершенно иной круг общения. Вы строите себе совершенно другое. И получается очень интересная вещь, что если человек добрый, то вся его организация добрая. Если человек злой, то вся его агрессивная разгрессия злая. Если человек агрессивный, все его организации агрессивны. Если человек сволочь, все его организации сволочь. Самое интересное, что они между собой находят общий язык. Как это делать, не знаю. Но каждый из вас найдет в этом бизнесе себе людей, потому что как раз заключается поиск людей, которые для вас самим Богом предназначены. Это бизнес людей. Ну, ребята, у вас есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. С какой начнем? Плохая новость в этом бизнесе заключается в том, что это бизнес заключается в работе с людьми. А какие люди попадаются? Хотите хорошую новость? Хорошая новость, ребят, заключается в том, что этот бизнес заключается в работе с людьми. А такие люди попадаются. Клянусь, честное слово, ради этого надо жить стоит. Вот. Но как я вот сейчас вам успел рассказать, этот бизнес работает даже при отсутствии продаж. Даже при отсутствии продаж бизнес работает. Но фирма была умная, и она сказала: ребята, все это здорово, все это красиво, это, конечно, надо поставить смысл этого бизнеса. Ну что, если у вас пока этой организации нет, вам что, зарабатывать не надо? Фирма-то умная была. Поэтому фирма говорит: ребята, а вот если вы, каждый из вас, дополнительно к этой идее будете что-то дополнительно продавать, мы вам за это будем дополнительно доплачивать. И вот почему-то большинство людей этот дополнительный вид заработка принимает здесь за единственный и основной. Как только получают доступ к оптовым ценам, они считают сумками, коробками, узлами, мешками, таскали этот товар. Они не зарабатывают вот этих вот денег, которых уже немножко стер, и уходят отсюда разочарованные. Не потому что они глупые, а потому что им никто не рассказал, что смысл этого бизнеса немножко другого. Что 30% собственности только один из наших заработков. И не основной, а дополнительный. Дополнительный заработок никогда не бывает большим. Всего для руки, всего для ноги, всего 24 часа в сутках. Когда я в этом бизнесе говорю про неограниченность наших заработков, я имею в виду вот эти деньги. Вот эту работу. Кстати, когда Тамила меня начинает вести встречу, обычно она говорит: сколько вы хотели бы зарабатывать в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно? Новичкам она говорит. Вы знаете, вот выясняются страшные вещи. Потому что вот этот ответ на этот вопрос, казалось бы, простой, дает много информации для нас. Потому что когда Тамила говорит: сколько вы хотели бы зарабатывать в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно? Выясняется, что некоторые люди говорят: 2 рубля 500 рублей. Я понимаю, что у человека совсем все фигово. Кусок хлеба не хватает. Да, люди говорят: мне хотя бы 1000 баксов для начала. Я понимаю, о чем речь идет. Я человек, который хочет кушать нормально, питаться нормально, детей кормить нормально. Когда мне человек говорит: 5000 долларов, я у него спрашиваю на всякий случай. Просто так с потолка взял цифру, он говорит: нет. Я знаю, куда они мне нужны. Я хочу образование хорошее получить. Я хочу весь мир посмотреть. Как вы думаете, с каким человеком мне интереснее работать? Знаете, что дело, ребята? Бизнес-салют очень интересный. Он на самом деле интересный. Он такой, так людей прям, как рентгеном просвечивает. Знаете, потому что вот я очень часто рассказываю притчу, когда Бог пришел, человек пришел к Богу и говорит: Боже, я так в тебя всю жизнь верил. Почему ты меня делал красивым, богатым? Почему ты мне дал квартиру, машину, дачу, детей? А Бог ему ничего не сказал, он просто взял там за спиной, додвинул шторку, говорит: смотри. А там вилла на берегу моря, Мерседес белоснежный, блондинка вся из себя, детишек целая куча. И вот Бог ему говорит: вот это все, это было предназначено для тебя. Но ты об этом даже не мечтал. Это надо мечтать. Надо на самом деле мечтать. Надо на самом деле что-то хотеть. Потому что говорят так: хочешь перепрыгнуть через дерево, целься в луну. В звезды точно попадешь. Кто хочет в звезды? В звезды еще есть о чем поговорить, много о чем поговорить, потому что, если вы обратили внимание, я пока про Орифлэйм вам ничего не рассказывал. Я вам рассказал, оказывается, теорию сетевого маркетинга. Потому что если под эту теорию сейчас поставить кастрюлю, то будет Центр. Поставить пищевые добавки, будет Гербалайф. Поставить страховки, будет Сейф-Инвест. Подставить таблетки, будет Визион. Подставить лекарства, будет Энрич, Тенториум, Паллада. Я вам рассказал теорию сетевого маркетинга. И вот теория этого бизнеса говорит, что за большие деньги можно в любой компании сетевого маркетинга надо только вот это создать. А вот теперь сами скажите, пожалуйста, с каким продуктом эту организацию построить легче? С лекарствами? С пищевыми добавками? Со страховками? Продукты повседневного спроса. Знаете, некоторые люди говорят, продукты должны быть эксклюзивными. Чушь собачья. Одно дело строить такую организацию с эксклюзивной продукцией, которая подразумевает неизвестность. Эксклюзивность только у нас, больше людей нет. А что это такое? А вот и доказываешь, что Формула-1 это такое, Формула-2, Формула-3. Другое дело, такую организацию строить с продуктами повседневного спроса, которые... Причем, знаете, вот многие, некоторые сетевики, они говорят так, которые работают в других компаниях, они говорят, вообще, честно говоря, мне вообще жалко других сетевиков, кто работает в других компаниях, потому что с теми усилиями, с теми затратами, нервными, временными, которые они там делают, они пришли добились гораздо больше. Потому что работать с эксклюзивной продукцией – это просто делать бизнес по-китайски. Сначала самому себе задавать трудности, чтобы потом успешно это сделать. Лучше всего, конечно, такую организацию строить с продуктом, которым по жизни люди пользуются. Потому что меня больше всего радует, со мной или без меня, люди все равно пользуются Орифлэйм. Кто бы что бы ни говорил, кто бы что бы ни говорил, люди все равно пользуются Орифлэйм. Причем некоторые говорят, ой, зато у нас вот дорогой продукт, у нас большие числа, у нас большие заработки. Вот у нас там продал программу 50 баксов в карман, а у вас, говорит, продал мочалку 5 рублей, говорит, это несерьезно. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Если мы с тобой говорим о продажах, это правда. А если мы с тобой говорим о сетевом маркетинге, то мы с тобой должны очень четко понимать, что нам платят деньги не от цены продукта, а от объемов реализации. Сколько твоих дорогих продуктов можно продать за месяц? Сколько моих мочалок? Почему-то люди даже не задумываются о том, что самые большие деньги делаются на мочалке. Но повседневного спроса для всех по доступным ценам это все не заканчивается. Тушь и помада, пудра и румяна, шампунь и крем для ванны, программа для ног, программа для рук, программа для тела, для лица, для волос, для детей. Не задумываться, что на самом деле соль и спички, туалетная бумага и молоко, хлеб, соль, это вот вещи, которые приносят самые большие. Знаете, вообще-то все бизнесы, они делятся в какой-то пропорции. Но я, например, знаю, что во Франции есть такие духи, так называемые икла, ой, ставить, икла, умничка. 1,5 грамма стоит $5000. Это бизнес, который приносит свою прибыль. Бизнес нацелен на элиту. Володя, какие духи повторите? Умничка. Да. Маленький флакон, так будет клубнички, или там что-то такое. Но есть бизнес, нацеленный на элиту, на широкие слои населения, есть бизнес, нацеленный на низшие слои населения. Ну, например, Макдональдс в Америке придуман как бизнес для нищих. Там нормальные люди не едят на ходу. Студенты, прохожие. Какие он товарообороты, какие прибыли он дает? Не за счет цены продукта, а за счет объемов реализации. Представляете? Вот Орифлэйм тоже. Он выбрал себе косметику для широких слоев населения. У нас только один помад 5 видов. Пиженс, программа для молодежи. Ну, для молодежи, само слово для молодежи, да? Там нету ни подпитки, ни увлажнения, ничего. А там не надо, только краска одна. Увлажняющая помада. Само слово увлажняющая что-то говорит, да? Матовая. В жаргане люкс. О чем-то говорит? Люкс. Помада, да? Вот каждый человек зависит от своих возможностей, зависит от своих потребностей, может выбрать то, что ему нужно. Когда, и так и по всему ассортименту. Для широких слоев населения. То же самое по кремам, то же самое по... Да. Если у меня женщина в 60 лет берет, извините, помаду Visions, я ей просто не то, что не рекомендую, просто не дам. Если у меня девчонка в 18 лет берет программу Максимум, я не только ей не порекомендую, я ей не дам. Но об этом потом. Договорились? Что лучше косметики подходит под эту идею? Хлеб. Вот мы с вами долго думали и нашли. Хлеб? Водка. Водка методом сетевого маркетинга. Вы представляете, а? Обязательно закупы каждому 2 ящика в месяц. Бизнес, вот. Но ненадолго. Через 3 месяца все в качестве, от белой горячки. Как тут белые столбы, да? Как тут называется? Так, даже им платят деньги. Значит, самое первое, это 30% с розницы. Берем на фирме по одной цене, даем по другой. Все эти цены подготовлены фирмой для нас. Причем это не спекуляция, это не нажива. Наконец-то. Крутилась, да? Спасибо. Ой, может еще раз поговорить? Спасибо, ребята. Это есть такой анекдот. Это самое. 3 богатыря идут по Парижу. Вот. Ну, смотрим, Эйфелева башня, Триумфальная арка, Елисейские поля. А вот время Д'Артаньян мне бежал, зацепил Лилю Муромца плечом. Как мне заведено, просто стер плечом. Вот, я Муромец так взял ему с левой ручки губ в плечо, тут в пыль покатился, вскакивает, перчатку снимает, ему под ноги, губ бросает. Я Муромец еще не понимаю, говорит, слушай, говорит, Илья, Добрый, что ты говорит, делаешь? Это, думаю, тебя надо еле вызывает. Куда-куда? Может, ему с правой руки он, дать ему пушишок снимет? Да нет, говорит, это он тебя надует, на поединок, значит, называет. А, на поединок, ну, становится за ним позу против друга. Я Муромец достаю свою боевую палицу, Д'Артаньян снимает свою шпагу. Потом вдруг шпагу втыкает в землю, подходит к ней Муромцу, и у него груди крестик рисует белым. Белым. Илья Муромец не догоняет, говорит, слушай, Попович, а что это он? Она говорит, это он тебе показывает, куда бить будет. Ну, Добрый, возьми-ка пригоршню мела, обсыпь его с ног до головы, коня не забудь. Ох, хотел посмотреть, как это самое, как коня надо мелом посыпать. Покажите. Это сокращенный вариант, да? Нет, я рассказываю дословно. Коня не забудь. Конь вот так. Конь не забудь. Они все поняли. Да? Спасибо. Что-то снимала, анекдотов рассказывали. Время трудно рассказывать. Никто не понимает. Я их понимаю, а переводить трудно. А вообще юмор тоже понятен, да? Конечно. Ребята, представляете, у вас есть кому помогать, у вас есть кого опекать, у вас есть кому беспокоиться, у вас есть кем интересоваться. Вам интересно стало. Я надеюсь. Итак, 30%. Причем фирма «Орифлэйм» очень хорошо подготовилась к схождению на российский рынок, она поняла, что есть много людей, желающих работать, могущих, хотящих, но у которых нет денег, даже чтобы выплатить свой первый заказ. Заказ собрал, а денег нет, чтобы выкупить его. И фирма «Орифлэйм» каждому человеку, который начинает с ней работать, предоставляет нам возможность работать в кредит, брать продукцию в кредит. До $200 единовременно. Первый заказ $80, второй $10 и больше. Следующий, каждый следующий. Как только рассчитались, у нас вообще здесь в Новосибирске был рекорд поставлен. Одна женщина за один день умудрилась 3 раза воспользоваться кредитом по $200. Сибиряки вообще этого рода. Она просто с вечера собрала заказ, утром приехала, получила, пока раздавала, собрала еще, погасила, взяла еще, и пока ехала, раздавала, собрала еще, приехала еще, взяла $200. В один день, это рекорд. На $600 она продала за 1 сутки. Так. Умножить на 30%. Сколько будет? 60. Уйо, да? Да, по-моему, сравним с его закладами, да? Причем, чтобы собрать такой заказ, кому-то нужна неделя, кому-то нужно 3 часа. Сколько раз по $60 вам надо? Ну-ка, сами себе назначьте зарплату. Начальников нет, подчиненных нету. Сами себе назначьте зарплату. Вам нужно $50, вы знаете, что надо делать. Вам нужно $300, вы знаете, что надо делать. Вам нужно $500, вы знаете, что надо делать. Или так, ребята, или вы сами себе назначите зарплату, или за вас это сделают другие. Или вы сами найдете, чем вы будете заниматься по жизни, или за вас это сделают другие. Но это еще не все. Дело в том, что люди ленивые. Я сам очень ленивый человек, но Сбергрупп сообщает. Вот я собрал заказ на $50. 30% заработал, $15. Сижу, пиво. Меня фирма спрашивает, ты что не работаешь? Кстати, на $15 здесь можно пиво купить, нет? Можно. А почему женщина? Откуда вы знаете? А почему нет? Я мужикам задал вопрос. Значит, на $15 можно пиво попить. Значит, я сижу, пью. Меня фирма спрашивает, ты что не работаешь? Я говорю, зачем? Деньги есть. Ну, как мне заставить работать? Начальников нет, подчиненных нет. Приказ по офису повесить, да? Полон не работает. Вот как мне заставить? Вот шведы придумали как? Деньгами. Они говорят, ребят, 30% это святое. На фирме взяли по одной цене, отдали по другой цене, 30% сразу в карман. А вот чтобы вас заинтересовать, работать лучше и больше, мы говорим, вот что придумали. Из тех денег, которые вы сдаете на фирму, часть денег мы в конце месяца будем возвращать, как премию за хорошую работу, в зависимости от вашего товарооборота. Сколько? От 3 до 21% идет возврат с личных объемов продаж. Идея понятна? На растущем итоге с 1 числа по 31 подсчитывают все, что мы скупили на фирме, потом у них есть специальные таблицы, они смотрят, сколько вам вернуть. От 3 до 27%. Как это делается? Вот так. Значит, набрали 200 баллов. Ну, у нас, да? Не будем доску пачкать. Итак, набрали 200 баллов 3%, набрали 606. Вот так вот, 1200, 2400, 4600, 10 тысяч. 21%. Так. 10 тысяч баллов? Значит, почему вообще в баллах считается? Потому что фирма работает в 65 странах, ребят. 65 стран. Греция, драхма, Турция, лира, Швеция, крона, Россия, рублей. В чем считать нашу активность? Они вводят условную единицу, баллы бонуса, которые считаются как 1 балл $0.50. Вот 200 баллов это значит $100. 10 тысяч баллов это значит $5000. Вот набрали $5000 товарооборот, вам фирма возвращает 21%. Кто может быстро взять 21% от 1000? От 50. От $5000, да. Я сказал, новички считают. Пятая часть от $5000 это штука. Максимально там $20, да, самая большая цена. Реально, нереально, правда? Вот, фирма говорит, и не пытайтесь в одиночку, ребята. Фирмы тоже прекрасно понимают, что в одиночку это трудно. Они говорят, и не пытайтесь даже в одиночку, потому что, оказывается, по этой таблице может двигаться в групповому объему продаж. Они говорят, ребята, приглашайте в этот бизнес людей. У вас вообще есть люди, которым вы хотели бы сделать приятно? Которым вы хотели бы дать возможность зарабатывать деньги. Пусть они зарабатывают 30%, пусть они зарабатывают от 3 до 21%, потому что вам за это тоже будем платить. Просто поделитесь этой возможностью с другими. Не пытайтесь все продать в одиночку. Склады, у нас много продукции, на всех хватит. Приглашайте все друзей и знакомых. Потому что вам за это тоже будем платить деньги. Это такой третий вид заработка. От 21 до 3% возврат групповых объемов продаж. Вот. Что здесь имеется в виду? Чтобы это пояснить, мы с Тамилой рисуем вот такую картинку. Предположим, мы пригласили в этот бизнес 6 человек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и вот я сам. Это я пригласил 6 человек. Так, кстати, когда вот я про этого человека рассказываю, как вы думаете, про кого я это рассказываю? Новички. Новички, про кого я это рассказываю? Как вы думаете? Я про себя рассказываю, нет? Правильно. Я про вас рассказываю. Потому что это вы должны пригласить своих первых 5 человек. Это вы должны их научить на 3 поколения. С моей помощью. Это благодаря вам фирма получит идет $78 тысяч. Это вам она выплатит 3120. Я про вас рассказываю. Итак, пригласил я 6 человек. Ну, где ставлю слово «я», вы поставляете тоже слово «я». Договорились? Вот. Потому что я сейчас рассказываю просто саму теорию. Так, каждый из них сам идет на фирму, кстати, ударный 27. Знаете, ударный 27? Все? И каждый берет то, что ему надо. А фирма ведет учет деятельности каждого из нас. Он что-то взял, он раз компьютер не искал. Он еще что-то взял, он туда добавил. 31 числа фирма подводит черту и говорит: так, вот этот человек за месяц выбрал товар на 300 баллов. Тогда я говорю про баллы, я говорю про деньги, $150. Этот человек на 700 баллов, этот на 7000, этот на 4000, этот на 20 баллов, этот вообще ничего. А этот на 200. Ну, все как в жизни. Кто-то работает, кто-то очень хорошо работает, кто-то кое-как, кто-то вообще ничего не делает, все как в жизни. Все возможные варианты рассмотрели. После этого компьютер фирмы обращается к таблице. 300 баллов, смотрит на таблицу. Больше 200, но меньше 600, 3%. Этому человеку возвращают 3% от тех денег, которые принес на фирму. Время за хорошую работу. 700 баллов, смотрит на таблице. 6%. 7000 баллов, трички подсказываете. 18%. Все правильно. Компьютер считает мгновенно. 18%. 4000, не вижу. 15%. Ребят, идея понятна, да? Так, 10 баллов. Ничего. Не вышел из школы. Только заработал 130%. И все. Мало поработал. Так, ну все. С этим, ребята, мы разобрались. А как быть с этим? Если бы он работал в одиночку, у него было бы всего 200 баллов, это всего 3%. Но ведь благодаря его деятельности фирма получила вот такой товар. Да. Надо его поблагодарить. Вот для него вводится понятие групповой объем продаж. Все заказы его организации на нем суммируются. 300 и 700. 1000. Плюс 7. Плюс 4. 12, 20, 12, 220. Но самое главное, что больше 10 тысяч. Что это означает? Этого человека его работа выбрасывает на 20%. Ребята, понимаете, вот тут вот начинается разночтение. Это его команда выбрасывает, ничего подобного. Не было бы, не было бы этой команды. Это его работа выбрасывает. Понимаете, да? Это, понимаете, вот в этом бизнесе на самом деле вы столкнетесь с такими вообще вещами. Вы знаешь, что говорит? Ты меня приглашаешь зарабатывать деньги. Я знаю. Ты знаешь, что меня приглашаешь зарабатывать деньги. Но ведь и ты тогда в результате моей работы будешь зарабатывать. Я лучше сам зарабатывать не буду, и тебе не дам. Идея понятна, да? Ребята, итак, я зарабатываю в одном случае. Что означает 21%? 21% означает, что от всех денег, которые были сданы на фирму, 21% возвращается обратно к нам, на наше вознаграждение. В сеть. От этой суммы 21%. От этой суммы 21%. От всех денег, которые были сданы на фирму, 21% возвращается обратно к нам, на наше вознаграждение. Но вот от этой суммы вернули 21%. Этот человек вышел всего на 3, он и получает свои 3%. А вот эта вот разница 21 минус 3. 18%. Куда их девать? Чтобы поблагодарить его за работу с этим человеком. Человек вышел на 6%, он и получает свои 6%. А вот эта вот разница 21 минус 6. 15%. Спонсору. Чтобы поблагодарить его за работу с этим человеком. Человек вышел на 18%, он получает свои 18%. А вот эти 3% спонсору. Чтобы поблагодарить его за работу с этим человеком. Отсюда 6%. А это ему. Это же он вышел. Вот этот человек вообще ничего не получил. Но на его закупку фирмы тоже сбросил 20%. Весь 20% идет спонсору. Вот здесь, ребят, конечно, интересно. Да, кстати. Ну ладно. Знаете, от новичков такого слышите. Голова долго идет. Я один раз вообще чуть в обморок не упал. Я вообще долго не могу понять, что он меня спрашивает. Потому что он говорит: Володя, я здесь получаю 18%, здесь 15%, правильно? Да? Ну что получается? 18% плюс 15%, плюс 3%, плюс 6%, плюс 20%. Даже на 6% получается. Говорю еще раз. Некоторые говорят: Володя, здесь я получаю 18%, здесь 15%, а здесь всего 3 каких-то. Я говорю, такие буду набирать. Я говорю, что дело? Нам платят не процент, нам платят деньги. 18% от этой суммы. а 3% вот от этой суммы. Смотри, даже 21% от 10 долларов гораздо меньше, чем 3%, но от 3,5 тысяч долларов. Ребята, маркетинг очень мудро заставили, очень хитро. Чем больше зарабатывают люди, которых мы пригласили, тем больше платят нам. Кстати, вот за этого человека мне тоже платят 21%. Но даже 21% от нуля это будет только. Логично? Нам не выгодно людям зарабатывать денег. Нам не платят за количество подписанных людей. Я к этому человеку подойду и скажу: знаешь что, мне не нравятся твои заработки. Чем я тебе могу помочь? Ну, бизнес, да? Чем я тебе могу помочь? Через неделю к нему еще раз подойду. Мне не нравятся твои заработки. Чем я тебе могу помочь? Через полгода я к нему еще раз подойду, но через полгода я другой. Я ему совсем все по-другому все это расскажу. И он меня же еще и делает виноватым. Человек мне сразу так не рассказал. Я говорю, раньше сам так не умел. Он говорит, так я же говорит, понял, что здесь надо делать. И он быстро-быстро собирает команду, которую в сумме им дают где тоже 10 тысяч. 20%. У него 21%, у меня 21%. За что боролись, на то и направились. Научил на свою голову. Разницы в процентах нет. Что делать? Палку в колесо вставить. Последнюю неделю вовсе не пускать. Ну хоть что-то с него получить. Ногу ему сломать. Но выгодно будет фирме. Фирма заинтересована бросить товарооборот, а ему сейчас палки в колеса вставляют. И поэтому фирма говорит, ребята, а вот за таких людей, которые тоже вышли на 20%, мы вам будем отдельно доплачивать. Они предлагают четвертый вид заработка. 4% от всего объема продаж 20-процентной группы первого уровня. Некоторые говорят, ой, Володя, 4% каких-то, а там 30%. Я говорю, ребят, 30% какой суммы, а 4% от всего объема продаж 20-процентной группы. Она не будет группы, пока не наберет 10 тысяч баллов. А 10 тысяч баллов – 5 тысяч долларов. А кто может быстро взять 4% от 5 тысяч долларов? У кого компьютер есть? 200. 200. Уё. За каждую группу. За каждую группу. А у нас на фирме есть люди, которые таких групп уже больше 30. Причем, я говорю, минимум 200 долларов. Потому что мы говорим про 10 тысяч баллов. А если группа дает мне 100 тысяч баллов, и все равно платят 4%. За одного, когда найденного человека их выращено. Ребята, вы вообще сосуды. Знаете, вот как-то раз Тамила подошла одна женщина, Тамила золотой исполнитель, а там вот где-то у нас есть такой сапфировый. Вот так, сапфировый. А золотой исполнитель, ну чуть-чуть повыше. Вот она подходит Тамиле и говорит, Тамила, говорит, я тут подумала и решила, я тебя вгоню. А Тамила говорит, вот мне больше всего понравилось, что у нее это было естественное такое движение, то есть она так вот не раздумывая, без малейшей паузы. Она вот ставит чашку, поворачивает голову и говорит, чем я могу тебе помочь? Она говорит, ой, Тамила, извини, я пошутила. Я пошутила. А Тамила встает и говорит, а я не пошутила. Что я могу сделать, чтобы ты меня обогнала? Ты говорит, представляешь, сколько я буду денег зарабатывать? Уловите саму идею этого бизнеса. Мне один парень сказал, говорит, Володя, говорит, мне, честно говоря, вообще по барабану, буду я зарабатывать или нет. Мне важно, чтобы начали зарабатывать те люди, которые мне поверили. Те люди, которые за мной пошли. Понимаете, вот этот парень схватил самую главную идею этого бизнеса. Самую главную идею этого бизнеса. Мне все равно, буду я зарабатывать или не буду. Мне самое главное, чтобы начали зарабатывать люди, которые за мной пошли, которые мне поверят. Потому что он на самом деле четко схватил идею, что мы к своим деньгам идем через их деньги. Мы идем к своим заработкам через их заработки, идем к своим результатам через их результаты. А, кстати, ну да. Потом под ними тоже пойдут 20%. Причем, дорогая, еще вот так пойти, потому что Кругом одни волки. Все хотят только зарабатывать. Да, и туда-то не. Оказывается, мне это тоже выгодно, потому что мне предлагает фирма пятый вид вознаграждения, 1% со второй уровень 20% групп, 0,5% за третий уровень, 0,25% за четвертый уровень 20% групп. Мне так говорят, ну уж здесь-то точно в 4 раза меньше. Я говорю, казалось бы, потому что за эту группу мне платят всего 4%, а вот за каждую из его групп по 1%. А там таких групп может быть до 40. Здесь мне платят всего в 2 раза меньше, но таких групп может быть до 40. Это вообще, понимаете, о чем речь идет, да? Чем глубже взрываемся, чем дальше в лес, тем больше денег. Все зеленые. На самом деле, потому что мы 30% получаем по курсу Центробанка. Сейчас курс 30, мы получаем 30% по курсу 30. Будет курс 50, будем получать деньги по курсу 50. Будет курс 25. Опять, я даже не разбиваю вот эти как отдельные виды заработка. Есть еще вид шестой. Потому что, знаете, фирма поняла, они статистику ведут. Компьютеру они там программы специально вставляют. Все мы с вами прозрачные, как это самое, как на стеклышке. И они видят, что если человеку в первые 30 дней не помогли спонсоры, которые более опытные, не помогли сделать заказ, то человек, как правило, заказ больше не делает никогда. И поэтому они, чтобы нас немножко стимулировать, помогать делать людям первые шаги, первый раз план заказа заполнить, первый раз в очередь отстоять, первый раз получить и проверить, они нам так вот от 1 до 4% доплачивают. За количество новых людей, которые сделали 75 баллов. Ну, как это делается, это потом вы на занятиях пройдете, хорошо? Есть там определенная строгая технология. Вот, еще есть мой вид вознаграждения. Карьера. Вот есть у нас сегодня карьерист? Есть у нас? Не понял. Еще раз. Есть в этом зале карьеристы? Это, знаете, как-то раз Тамила проводила занятия, она попросила собрать одних лидеров. Знаете, вот народу все больше, уже в зал не вмещаемся. Она говорит, ребят, давайте тесненькую такую встречу придем, семейную такую. Ну так, самых лидеров вот отберите мне. Вот. Собралось человек 30, наверное. Тамила говорит, что-то начинаем говорить, а все как в тину. Начинаем говорить, а все как в болото. Начинаем говорить, никакой реакции нет. Тамила говорит, ребят, я не понял. Я просил собраться одних лидеров. Кто считает себя лидером? Ну, поднимите руки. Еще раз. Она говорит, а что остальные сделают? Я просил собраться одних лидеров. И потом делает вывод. Классный вывод. Она говорит, ребята, знаете, чемпионами Олимпийских игр становились немногие, но только обязательно те, кто в это верил. Если вы сами не верите, что вы лидер, как вы в этом убедите других? Если вы сами не верите, что вы лидеры, провалите меня на комиссию. Вы знаете, вот выясняется, что все эти виды выплат платят за разные виды деятельности. Почему я про карьеристов так сказал, ребят? Потому что я считаю, что карьеристы — это хорошие люди. Карьеристы — это люди, которые согласны что-то делать не только ради денег, а ради признания. Ради признания своих результатов, ради признания своих трудов, ради признания своих... И фирма Орифлэйм осуществляет нам такое признание. И это признание подтверждается званиями, это признание подтверждается значками, это признание подтверждается подарками, это признание подтверждается деньгами, потому что за каждую ступеньку нам фирма присваивает и выплачивает премии. Директор – $1000. Как я говорю иногда, это приблизительно месячная зарплата на этом уровне. Как я иногда говорю, приблизительно месячная зарплата на этом уровне. Приблизительно почему? Потому что она начинается от $500 и до 5000. Потому что у нас в Москве есть один директор, который говорит, а я не хочу быть драгоценным директором, потому что я простой директор, получаю больше, чем ваши сапфировые. Сапфировый директор, вот он, 4000 долларов, у него 5000, помните, сказал? От 500 до 500, поэтому я говорю, что приблизительно 1000 долларов. Потом, пока вырастешь две группы, что такое две группы? Это две вот такие вот группы, которые тоже вышли на 20%. Одна, и вот этой второй вы помогли. Вот у вас две группы, значит вас фирму называют золотым директором. Ура, 2000 долларов. Когда выросли 4 таких группы, у вас фирма называется сапфировым директором, дает 4000 долларов. Арифметика простая, каждый 1000 долларов за каждую группу. Что является приблизительно месячной зарплатой на этом уровне. Потому что пока вырастешь 6 групп, там уже такое количество людей переберешь, что там уже идет речь на самом деле о 6000 заработка в месяц. Ребята, я знаю таких людей, которые зарабатывают в фирме Орифлэйм по 6000 долларов и больше в месяц. Здесь, в России. Здесь, в Новосибирске. Свет включите. Мы их сейчас увидим. Что, хотите увидеть человека, да? Ребята, и смотрите, какая интересная вещь. Нас, оказывается, фирма благодарит 2 человека, 4 человека, 6 человек, 9 человек, 12 человек, 16 человек, 22 человек, 30 человек, 40 человек. Смотрите, это не пол Новосибирска, не пол России, всего 2 человека. И вы золотой директор. Всего 4, всего 6, смотрите, цифры реальные. Вы едете за границу за счет фирмы, перелет, проживание, питание, все за счет фирмы. Люди, которые готовы делать что-то не только ради денег. Знаете, вот честно говоря, вот на самом деле, сейчас 26 мая Тамиле, Полежаевой будут вручать чек на 75 000 долларов. Вот мы в прошлом месяце закрыли квалификацию. Как вы думаете? Как вы думаете? На самом деле в Москве там некоторые говорят, ну что, ребят, вы же закрыли квалификацию, какого хрена вам? Чего вы несете в Новосибирск? Мы же ее уже закрыли. Что нас заставляет работать? Желание работать. Нет. Потому что здесь мы хотим, да. Ну, скорее всего, наверное, так. Потому что это на самом деле бизнес с человеческим лицом. Несмотря на то, что мы закрыли, казалось, мы имеем право отдохнуть, да? Мы здесь. А мы опять делаем то же самое. Один раз мне говорят, представь записку. Володя, Тамила, вы же уже, говорит, золотые исполнители директора. Там 10 секунд, это, ну, 50 000, говорю. А шо, чем вы сейчас занимаетесь? Вы сейчас отдыхаете, да? Ничего больше не делаете? Вы же забрались на вершину пирамиды. Забрались на вершину пирамиды. Ребята, знаете, я даже не знаю, как сказать. На эту вершину пирамиды невозможно забраться. Ее можно только создать. Некоторые считают, что это бизнес первых. Ребят, чушь собачья. Не бизнес первых, это бизнес умелых. Потому что Тамила на фирме 70-й номер, а те остальные 69 человек пришли еще раньше. Если у нас сейчас Тамила отнять всю нашу организацию, мы ее сейчас с нуля повторим, потому что мы это умеем делать. Лишнее доказательство, что это не бизнес первых, это бизнес умелых. Очень многие люди были вместе с нами там, в начале 96-м году, где они сейчас? Иных уж нет, ведь это лечит. И вот выясняется, ребята, что все эти виды выплат нам платят за разные виды деятельности. Первый пункт нам платят за продажи. Второй пункт нам платят за объемы этих продаж. Третий пункт нам платят за приглашение людей. Это совсем другая работа, это совсем другая техника, совсем другой смысл работы, методики другие. Мы просто приглашаем людей, фирме это выгодно, поэтому нам надо платить деньги. За обучение людей, за обучение людей. Потому что у нас уже появились лидеры, у нас уже появились люди, которые группу создают с 10 000 баллов, которые умеют уже работать с людьми, которые дают фирме товарооборот ежемесячно 5000 долларов. За то, что наши лидеры становятся учителями. Уже под ними пошли 20% группы. И чем лучше ему учителя, тем больше на первом году. Потому что выясняется, что вот эта вот работа здесь самая высокооплачиваемая. Помните, как он говорил про бизнес-учителей? Бизнес-учителей. Обучать людей зарабатывать деньги. И чем у нас лучше получается, тем больше людей платят. И чем больше мы ценность для рынка представляем, тем больше у нас зарплаты. Чем больше людей благодаря нам изменили свою жизнь, тем более высоко у нас фирма ценит. Так я вас призываю быть нужными, быть полезными. Потому что, понимаете, в этом бизнесе на самом деле у нас нет рычагов. Ни экономических, ни административных. Мы не можем человеку приказать, мы не можем его уволить, мы не можем его наказать, мы не можем его лишить зарплаты. Ну какие у нас рычаги, интересно, какие же у нас меры воздействия на людей, а? Пример личный, раз, еще что-то. Деньги. Честно говоря, я думаю, абсолютно все равно, сколько у меня денег сейчас. Наша нужность, наша выгодность для людей. Если мы для людей выгодны, если в результате общения с нами они получают какую-то пользу, они будут к нам идти, они будут к нам тянуться, они будут выполнять то, что мы им рекомендуем. Потому что, ребята, поверьте мне, пожалуйста, что ваши спонсоры заинтересованы в ваших заработках. Что бы они вам не посоветовали, что бы они вам не порекомендовали, если вы даже что-то не понимаете, делайте, как они говорят, потому что вы потом поймете. Потому что они заинтересованы в ваших заработках. Чем больше вы будете зарабатывать, тем больше будет зарабатывать ваш спонсор. Я сказал. Снегурочка. 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 Тамила, три раза. Тамила. Ребята, вы знаете, спасибо большое, что вы выдержали. Я прекрасно понимаю, что вам здесь жарко и душно. У нас действительно осталось несколько часов пребывания на новосибирской земле. Что бы мой муж вам не рассказал, очень сложно за пару часов рассказать то, что мы людям рассказываем 5 лет. Да? Ни один институт не даст вам программу 5 лет за 2 часа. У нас есть что вам рассказать. Я просто могу своим именем, видит Бог, оно мне очень дорого, сказать вам, что это очень порядочная компания, что это очень добрая компания. Ну что такое $5 за возможность навсегда изменить свою судьбу? Вы просто поверьте, пожалуйста, что есть люди здесь, в России, здесь, в Новосибирске, которые, следуя нашим рекомендациям, что-то изменили в своей жизни. Я очень волнуюсь, когда я вижу первый раз людей. Уж не потому, что мне вам нечего сказать. Потому что я знаю, что в результате того, что человек услышит, его жизнь может измениться навсегда. Или не измениться. Но я смотрю гораздо дальше. Сегодня в этом зале находится... Ребята, вас достаточно много. Отсюда сейчас вы выйдете, вы пойдете к людям. Я хочу вам просто передать свою уверенность, что то, что вы говорите, это правда. Именно здесь, в России, от желания выжить, накормить досыта детей. Мы просто стали что-то делать. Если бы мне кто-то там в 96-м году говорил, что будет золото, бриллианты Америки, я бы просто расплакалась, посчитала это очень неудачной шуткой. Ребята, я здесь, я перед вами. И прошу понять меня правильно. В этом зале сегодня находятся люди, которые даже не говорят. Я не могу у них спросить, почему и кому они поверили. Но они здесь, вы их видите. Вы прекрасно понимаете, здесь нету камер. Они что-то хотят изменить в своей жизни. Они хотят быть счастливыми. Их уже много. Простите меня, я просто мой низкий поклон и уважение к ним. Если они это могут, да вы просто преступники. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы можете говорить и быть счастливыми, они все равно пойдут к людям и что-то будут пытаться сделать. Ребята, я не хочу вам сделать больно, может быть, хочу. Вы меня поняли, да? Это бизнес эмоций. Давайте просто им поаплодируем. Это не важно, что они нас не слышат, но они здесь. рассказываем, нам или верят, или нет. Нам поверят в одном случае, если мы говорим правду, если у нас репутация порядочного человека, если в результате нашего общения с людьми люди начали реально зарабатывать. Ребята, что вам сказать? Я, наверное, скажу вам то, что я попытаюсь сейчас в нескольких словах сказать 26 мая. Просто когда я буду благодарить свою организацию, может, вам говорила, нет, в нашей организации, наверное, порядка уже 200 тысяч дистрибьюторов. Многие из них действительно меня видели только в журналах, картинках, на фотографиях. Ребята, когда я буду говорить спасибо Сибири, здесь есть и мои дистрибьюторы, это ваш труд. Вы знаете, но гораздо больше меня волнует другое. Многие говорят, я, мы, русские, я, Россия. 10 мая делегация России летает в Испанию. Дело в том, что компания «Орифлэйм», по-моему, единственная компания на территории России. Июня. 10 июня, простите. Компания «Орифлэйм», по-моему, единственная из сетевых компаний, работающих на территории России, которая 2 раза в году бесплатно отправляет своих хорошо работающих директоров за границу. В прошлом году у нас, например, была Америка, Франция. В этом году уже в январе мы были в Индонезии, сейчас в июне Испания. У любого человека, сидящего здесь, я повторю, у любого человека, сидящего здесь, есть возможность в июне следующего года поехать бесплатно в Грецию. Поднимите руки, кто хочет бесплатно на неделю. Но я не успела! Хочу! Знаете, когда некоторые извините старые, да? Когда две женщины говорят, опять хочу в Париж. А что, ты там уже была? Нет, я уже 1 раз хотела. Ребята, мало хотеть. Ребята, нужно что-то для этого сделать. Ну подумайте, ну ведь это элементарно просто, да, взять наш подход, причем каждый из вас будет говорить то, что считает нужно. Но расскажите об этом людям, вам скажут или да, или нет. Но если люди вам поверят, ребята, ну вы-то знаете, что вы говорите правду. Но мы есть, мы сделали это здесь, в России, когда нас мужа приглашает работать за границу, я сказала нет, Россия будет первой. Ребята, я хочу все-таки закончить свои мысли сейчас, 11 июня. Когда мы будем в Испании, весь мир, слава тебе, Господи, это 67 стран, Орифлэйм, весь мир будет аплодировать на одно маленькое слово «Russian». Ребята, я безумно счастлива, между прочим, это «Russian». Ребята, у вас есть возможность быть вместе с нами. Я понимаю, что много вам что могут рассказывать, но вы знаете, за $5 изменить свою жизнь, изменить жизнь вашего окружения. Я могу очень много вам приводить различных примеров, когда мне говорят, откуда я беру силы, и почему я работаю. Ребята, мы только что с мужем вернулись из Нальчика. Когда мы зашли в зале 99% мужчин. Это немножко было непривычно, да? 99% мужчин. А потом, когда я их спрашивала, почему вы? Они говорят, а у нас мужчина – это добытчик, мужчина – это защитник, мужчина – это человек, который обеспечивает семью. Ребята, вы обратили внимание, мы с мужем рассказываем совершенно по-разному, да? Ну, как бы я уже говорю, что женщина – это душа, это эмоции, это сердце, мужчина – это логика, математика. Ребята, мне легко с мужем. Я безумно счастлива, что за мной стоит мой муж. И вы знаете, наверное, любовь, терпение, неважно, что нас привело к этому успеху. Начинали мы очень тяжело, 2 недели меня муж уговаривал, очень тяжело было. Я дочь дипломата, я пианистка, ну, поймите, руки кошелки, авоськи, мочалки. Мне тяжело было. Он офицер, подполковник, как я говорю, космос и косметика. Ребят, да? Звучит похоже. Да, ребята, да, это немножко разное. Очень было тяжело. Ребята, мы корневые дистрибьюторы компании, 120 человек, я осталась одна. Ребята, вам легче. Если бы нам кто-нибудь в 96-м году вот это рассказал, Господи, сколько бы ошибок мы избежали. Самое первое, вы знаете, когда я получила первые деньги в компании, ну поймите, вот полгода муж не платили зарплату, а да, вдруг пошли деньги. Деньги совершенно сумасшедшие. Вот все, что шевелилось, я Орифлэйм, Господи, какая же это была ошибка. Да не надо это людям. Вы знаете, у меня теперь жесткое правило. Если человек говорит, не верю, я прекрасно его понимаю, только мне нужно Гербалайф-то черти что. Я с ним продолжаю работать. Если человек говорит, не хочу, я уважаю его выбор. Ради Бога, оставьте его в покое. Но не хочет человек, вы знаете, вы будете тоже потрясены, но некоторые люди ничего не хотят менять в своей жизни. Их устраивает. Иногда я могу сделать больно, если мне человек нравится, я ему могу сделать больно. Вас устраивает, как вы одеваетесь ваши дети, чем вы питаетесь. Вы можете на все лето отправить своих детей на море, фруктами их досыта накормить. Иногда становится людям больно. Это я, что ли, люблю своих детей больше, чем вы? Почему моя дочь может получить прекрасное образование английское в Англии, хотя бы стажироваться? Почему я могу детей отдать заниматься спортом? Маленькой малышке сейчас 9 лет. Я посчитала, я плачу $400 каждый месяц. Ребята, мне еще нужно $35 000 для того, чтобы девочка закончила образование. Я спокойна. У нас такая страна, где никогда им нас не понять. Я имею в виду тем сопоставным, которые там хорошо живут. Ребята, они все такие спокойные, такие холеные. У нас с вами то кризис, то президент, то курс доллара, то... Ребята, мы чувствуем, мы с вами все время в боевой готовности. Ребята, я хочу, чтобы вы стали богатыми. Это хочу я. А что хотите вы? Простите, я просто сегодня много лист свеженок. Позвольте, я вам дам это упражнение, я очень люблю его давать. Если я сейчас любому сидящему здесь человеку задам вопрос в упор, сколько вы стоите, я боюсь, я поставлю вас в неловкое положение. Просто, может быть, вы об этом не задумывались, потому что вся наша жизнь в нашем государстве за нас кем-то была решена. Да? Детский сад, школа, ПТУ, каждый день на работу, суббота, воскресенье, раз в году, отпуск, ну и так далее. Да? За нас кто-то решал, потому что, если вы обратите внимание, в Советском Союзе как бы не было государственных органов, которые готовят руководителей. Ну, пожалуй, ВПШ, да? Вот. И все. Остальное все кем-то решалось. Поэтому мы с вами не готовы к самостоятельным действиям. Поэтому я ставлю вопрос по-другому. Сколько вы хотите зарабатывать? Некоторые люди говорят, некоторые люди не говорят. Но, как правило, я вам очень рекомендую задуматься. Сколько вы хотите зарабатывать? Не ради денег, а ради их возможностей. Для этого вы берете чистый лист бумаги. Сегодня, думаю, меня рядом с вами не будет. И с левой стороны пишите все, что вы в этой жизни хотите. Квартира, кроссовка, операция, помочь родителям. Ребята, ну это ваша жизнь, ваши проблемы, да? Так как люди достаточно взрослые. С правой стороны напишите, пожалуйста, сколько это стоит. Вот и все, вот и будет итого. Это сумма, которую вам необходима на сегодня. Если вы такой же список составите через год, ну что-то вы заработали, какие-то дыры залатали, а дальше открывайте план успехов компании. Я не буду сейчас тратить на это время. У нас только в виде вознаграждения, сумма от $1000 до $100 000. Ребята, это огромные деньги, не только для России, для любой страны мира. Единственное, чем я отличаюсь от вас, мне никто не посмеет сказать, что это невозможно. Я сделала это здесь, в России. А кто вам мешает? Вопрос не стоит, можно их заработать или нельзя. Вопрос стоит, кто их заработает, вы или другие. Мы очень многим людям рассказываем то, что вам муж рассказал сегодня. Ребята, мы очень многим людям рассказываем то, что мы вам рассказали сегодня. Этого нет в нескольких компаний, этого нет нигде в мире. Вот то изложение материала, которое вы услышите сегодня. Но именно это изложение материала... Простите, вы знаете, кто я, нет? Ребят, поднимите руки, кто знает, кто я. А я хотела сказать, что я дистрибьютор компании. Ребята, я на самом деле дистрибьютор компании, просто когда мне говорят: Тамила, сколько вы зарабатываете, я всегда говорю: почему вы не хотите спросить, сколько я работаю? Ребята, мы прилетели в Новосибирск ночью, половине 4 утра, с 1 на 2. Ну, мало того, что это праздники, мало того, что, простите, у меня дети, и, наверное, извините, но, наверное, вы понимаете, что я с большим удовольствием... Ребят, понятно, да, наверное, я была бы с детьми. Я здесь, я с вами. Вы думаете, это нужно мне? Ребят, это нужно вам, у меня есть возможность поделиться своими знаниями и что-то нам рассказать. Ребята, попробуйте что-то в своей жизни изменить. Это реально. Вы каждый день разговариваете. Вы можете говорить о природе, о погоде. Ну почему бы часто или два что-то людям не рассказать? Вы знаете, я просто поделюсь с вами, даже не секретно, это настолько элементарно просто. Господи, вы приглашаете в свой дом, ну если вам позволяет жилплощадь, на чашку чая. Людей, которые вам нравятся. Я все время говорю, это командный бизнес. Это командный бизнес, сволочи мне не надо. Мало того, что фирма предоставляет кредит, и когда мне человек говорит: не знаю, там, или подумаю, я говорю: простите, я не поняла, кто рискует. Контракт стоит $5, а кредит на $200. И когда мне человек говорит: я подумала, что подумала, мыться, не мыться, зарабатывать, не зарабатывать? И такая версия ответа есть: это не мое. Что нужно? Обеспечить ваших детей? Есть такие жесткие слова, простите, может быть, муж вам говорил, чтобы оставить детям на счету, делать ничего не надо. Ребята, вы знаете, для меня, наверное, самое страшное — это стать бедным. Потому что я очень хорошо знаю, что это такое, кто там что. Ребята, я не хочу быть бедным. Я не знаю, есть здесь диктофон или нет. Я не хочу быть бедным, я никому не верю. Я сама зарабатывала, обеспечивала себя и своих детей. По-моему, нормально, да? Я просто очень много работала. Когда я говорю: сколько ты зарабатываешь? А почему не спросить, сколько я работаю? И в этом мы очень много работаем. Да, мы действительно много зарабатываем. Это огромная сумма для любой страны мира. Но кто вам мешает? Я буду приезжать столько, сколько вам будет нужно, хотя, вы знаете, мой муж тоже говорит очень интересную фразу: проделать работу так, чтобы не осталось никакой работы. Даже если я никогда в жизни больше не прилечу в Казахстан, здесь есть люди, которые как спецназ полностью владеют нашей методикой, им есть что сказать людям. Я не знаю, почему меня судьба свела с вами. Вы знаете, я очень бережно отношусь к такого рода вещам. То есть помоги своему ближнему, тебе для вас даст со старицей. У нас осталось несколько часов пребывания в Новосибирске. Почему меня судьба свела с вами? Может быть, это ваш выбор? Может быть, в результате этой встречи вы сегодня, завтра, через неделю встретите кого-то, кто будет вам благодарен за то, что у них есть возможность что-то в жизни за $5 изменить. Уникально, да? За $5 весь мир у ваших ног. Можно немножко пошутить? Вы все такие грустные. Ребята, вы знаете, 26 мая будет банкет. Вот представьте на секунду, я простая, смертная, пионерская, жена офицера. И вот недавно, если бы я об этом сказала, ребята, мне совсем недавно позвонили с компанией и сказали: госпожа Полежаева, на банкете как вы хотите, чтобы вас вывезли на карете или на манекене? Ребята, можно смеяться, можно плакать. Вот понимаете, вот от того килограмма фруктов, которого я в 96 году не могла купить ребенку, каретные какие-то. Ребята, я здесь, я перед вами. И карета у меня будет. Я вам расскажу лучше другой пример, тоже такой веселый. Сейчас мы были в Нальчике, вот я начала вам рассказывать. Там меня действительно просто потряс этот случай. Я знаю, сколько мои директора зарабатывают. Как правило, кто хорошо зарабатывает, об этом не говорит. Это не скромно, не безопасно, не важно. И там был мальчик, ему 15 лет. Была вся семья. Муж, отец и двое сыновей. И мать, как ни странно, ну так сопротивлялась. Да не мужское, это, ну очень не буду всю эту ерунду передавать вам. И вдруг мальчишка вышел, вот так из брюк достал. Из джинсов достал 50-рублевую бумажку. Ребята, 50 рублей. Он говорит: вы знаете, я поклялся, что свои первые деньги я отдам матери. И вот он разжимает руку, дает вот ей эти 50 рублей. Она... Ребята, вы знаете, это прошибает. Он их мог украсть, там очень развитого достаточно с наркотиками была полученная ситуация. Но вот эти 50 рублей он заработал сам. Вы представляете, вот его отношение к деньгам. Ребята, это удивительный бизнес. Для меня, конечно, уже давно этот вопрос... Меня уже не интересуют деньги вот в той степени, как они интересуют вас, да, заработать на кусок хлеба, отдать долги. Для меня это гораздо больше. Для меня Орифлэйм. Вы знаете, наверное, что-то мы в жизни делаем правильно, потому что 5 лет успеха не бывает случайно. Ребята, я приведу вам еще один маленький пример. Буквально вчера мы были в Орске, вдруг женщина мне рассказала. Как ни странно, у меня так, мы были в Омске, такая же ситуация была в Орске. Слова 6-летнего мальчика. Мы с мужем очень много людей сделали богатыми, действительно богатыми, потому что для любой страны мира $5000 в месяц – это много, даже для Америки. Это действительно много, ребят. Если вы будете зарабатывать хотя бы $1000 в месяц, это очень хорошо. Не буду вас ставить в неловкое положение, я далеко не уверена, что здесь люди такие деньги зарабатывают. Это не важно, сколько вы зарабатываете. И вдруг слова 6-летнего мальчика. Мы писали интервью, когда мама с папой стали работать в Орифлэйме, в доме стало больше еды. Ребята, все. Ребята, если благодаря вам просто у кого-то в доме станет больше еды, да что ж ты за каретами, да? Ребята, спасибо большое. До свидания. Очень тесно сидеть, но я немножко похулиганила, но чтобы не так грустно мы расставались. Вы знаете, что на нервных окончаниях, ладошек и наших ног очень много нервных окончаний, да? Ребят, можно вас зовут? Попробуйте пошевелиться, потому что здесь как все, не все. Можно? Ребят, значит, правая нога, левая нога и вот это вот. Ладно? Я знаю, что вам будет трудно, но я потом уйду, вы продолжайте, ладно? Еще 9 часов следующая встреча. Итак, все проснулись? Нет? Поехали. Раз, два,